Да, я молодец. Привет. Саш, тоже привет. Привет, привет. Если что, мы играем без вебок, так что если хотите, А, можете их отлично, вырубить. отлично тогда, да, да, это одевайтесь, так проще. Александр, выключайте вебку. Так, если что, чат, вы мне тоже скажите, как вам по звуку, кого лучше слышно, кого хуже. Так, ждем Так, а как тогда. меня слышно? Меня нормально слышно? Вот этот Тебя вопрос. слышно? Зашибись. Все, прекрасно. Так, ждем тогда Жмеля. Ждем тогда Витю Зуева. Так, есть что, ребят, говорю сразу, пак, по идее, для вас должен быть прям изи-пизи. То есть прям, скажем так, скорее всего, вы будете бороться прям за каждый вопрос, то есть каждый вопрос будете знать и отвечать. Там Но там не про только история. коктейль-бары что-то будет, что ли? Я многого не знаю о тебе, Ежа. Ну, тогда не изи, по всей видимости. Ну да, там не надо будет там определять азиатку там по разрезу глаз и так А, далее. ну слушай, нет, тогда я проиграю, конечно. Слушайте, а мне вторую ссылку-то пришлют, нет? А вторая пока не нужна. Вторая это вот чисто то, что я тебе присылала, а все остальное я тебе скажу уже тогда, когда я создам комнату. То есть пока вторая тебе не нужна. Просто Блин, я куда мне. впервые в жизни пользуюсь этой штукой, когда Куда это мне слышу. нажимать на кнопочку, что типа я знаю правильный ответ? А там будет большая красная кнопка, ты не Ну вот ошибешься. я ее пока не вижу. А пока она у тебя и не будет. А, это нормально, я так понимаю, в принципе, кроме Жмеля здесь никто не участвовал в свояках. Насчет Вити Зуева Ежа, не надо уважаемый думать. Ежа Сармат, а вы Да, не ответьте. знаете? Может быть, вы знаете. А Так. Международный трибунал по Югославии, он до сих пор действующий или нет? Внезапный вопрос. Блин, а это будет на экзамене? Ладно, я понимаю. Нет, я У меня, понимаю зашибку. Александр, у меня к вам встречный вопрос. Так. А, смотрите, вот в ситуации, когда к человеку врываются в дом и Да. начинают на его, значит, глазах насиловать его жену, как должна быть реализована концепция непротивления злу насилием со стороны вот мужа женщины? Придется, возможно, вероятно, придется ее нарушить и применить насилие к Не-не-не-не-не, этому человеку. нарушить это не вариант. Вот именно как будет реализована сама А это концепция? внешний наблюдатель ее не может в полной мере реализовать, он же не жертва насилия. Ну Конечно, да, тут но. женщина должна подчиниться насилию в теории, да, но Ага. нет, Не, ну она нужно. не будет подчиняться, она будет пытаться сопротивляться, но ее Ну, сил, очевидно, недостаточно. да. Ну, если ты спрашиваешь с практической точки зрения, то нужно, конечно же, нарушить, применить насилие к А насильнику, вот а потом именно идти если мы не каяться. выходим за пределы толстовства и вот находимся в рамках соблюдения концепции непротивления злу насилием, как тогда вот должна обстоять ситуация? Ну, если мы находимся в рамках этой концепции, то, наверное, да, нужно. Смотреть? Да. А, хорошо. Вот на эту хуйню я и Спасибо. рассчитывала, когда Не, звала ну на всех самом этих деле, людей. если смотреть, мы, конечно же, ты должен требовать прекратить и так далее, ты не должен Ну, делать человеку больно, смотреть и говоря. требовать прекратить, то есть. Да. Ну хорошо, Да. хорошо. Я примерно на такой ответ рассчитывал. Ну, так он вполне последовательный в Я рамках, тоже конечно, думаю, что он вполне смысла. последовательный в рамках концепции непротивления злу насилием. Ну, в рамках возведения в абсолют, конечно, да. А я правильно Это. понимаю, это рассуждение из разряда. Вот представь, что у тебя есть дом, там есть 10 тысяч комнат, в каждой комнате по 4 самовара. Нет, это вопрос про стакан и эту чашку цианистого калия или что там было у Стаса, я не Так, помню. а вы все стримеры, да? Я один не стример, да. Нет, А, ну, я в вообще к целом, ним да. никакого отношения не имею. Он пиздит, не верь ему. Я не знаю, кто все эти люди. Я Александр, понял. сколько вы платите Стасу как просто за пиар? На самом Недостаточно, я деле, уверена. если не смеяться, он уже не дает мне особого пиара. То есть Не он дает, слишком. но изначально сколько вы заплатили, не знаю, айфонов или что, чем он там принимает? Ну, Поддержи изначально, да, Василий. спасибо ему, конечно. А ты ему говорил спасибо? Да. Ну, он закинул меня в ЧС, видите. Можно же публично, знаешь, типа в ролик как-нибудь сказать. Я не думал, что у меня найдется что-то общее с Александром, но Да. я тоже в ЧС со Стасом, Мы еще поэтому. не знаем вкусовые предпочтения Александра по женщинам. Так, это какой-то ужас. По Я, женщинам можно я что? замьючусь, пока мы не начнем играть? Пойду По переписываю женщинам. статью с Международным трибуналом по Югославии. Да, давайте лучше действительно про Международный трибунал по Не, Югославии. вроде действует, вроде действует. А вроде или в 17-м году он приостанавливал свою.
А, вроде до 17-го года. Я, кстати, поздно включил звук, значит, и поэтому пропустил, как Александр, он в самом начале выкрикнул «Слава России!», приветствуя всех нас. Все правильно, в 17-м году прикачащал. Привет, Жмиль. Доброго времени вам, да. Здрасте. Доброго. Ты уже многое пропустил, скажу честно. Что там у вас там про славу России? Я что-то услышал. Про славу КПСС. Нет. Да нет, про Россию, видимо, про заявление этого Рогозина, что ли? Да, именно про это мы и говорили. Ну, хорошо, что хоть про это. Я выяснял, когда прекращал действие Международный трибунал по бывшей Югославии. Вот. Да, и про непротивление злу насилием. И да. Так, А, подождите, к нам слушайте, в конфу интересная у вас тема. просится некий Аркадий Платонов. Да. Да, я, Очень кстати... похож на Виктора Зуева. Мы его не знаем, нет, не надо Это просто его... интересно, что Россия ведь продлевала, получается, до 17-го года мандат суда Международного трибунала, когда уже были резонансные приговоры вербам и мягкие приговоры некоторым хорватам. Подождите, Интересно, нам еще не кстати. загрузили пак вопросов, что вы уже А начинаете я гружу, спойлерить. если что, он Я не просто, думаю, что там ну, будет это. там Почему? достаточно много картиночек, и из-за этого он, ну, достаточно долго грузится на сервер, поэтому Погодите, уж я извините. вначале еще хотел спросить, что есть еще один человек, который хотел бы присоединиться. Это стример Pride History. У него никнейм. Он говорил, что он был бы готов А присоединиться, прайд в если. плане ЛГБТ прайд имеется в виду? Да. Right, правая А, история. ну скидывай ему. Хорошо, Мне. сейчас скину Тогда я тогда ссылочку. пересоздам комнату. А я смогу туда зайти, когда вы ее пересоздадите? Ты сможешь туда зайти, я Я имею в виду надеюсь, комнату да. в свояке, а не в Hangouts. Так, всем привет. Здрасте, меня слышно? Привет. Да. А, еще я Отлично. на вас прошу тоже. Чем Так, больше, тем а. лучше. Все равно там, знаешь, Да. такие типа вопросы, которые, ну, для вас, по идее, должны быть изичные. Поэтому я просто надеюсь, что Жмиря просто кто-то разъебет. Он надоел уже выигрывать свояка. Ну, в Подождите, плане а. истории я не сказать, что Вы же, да, специально. говорите, что вопросы по истории будут. А кто из нас тут Да, историк, факт. кроме, собственно, Александра? Я не знаю, он уже отучился или Я. нет. Или он все Ну, еще у студент? меня Я есть учусь. историческое магистерское А, образование по все новейшей тогда. истории России. Я просто думал, что Ну, Жмель, это он что политолог или такое? типа того. Это же все равно, Нет, у типа, меня... да, вроде тоже, Нет, но у да, меня и тоже историческое образование, но простите, это 20 лет назад, и когда тебя спросят какую-нибудь дату ебучую, то это у будет меня непросто. тогда и будет. В каком году Это была отмена кошмар. крепостного права? Ну-ка. Это даже я. 1861. Это Правильно, просто. А правильно. вот, нет, ну это фигня, А в там же каком может быть... месяце? Когда был подписан Кучук-Канаджицкий мир? И ты такой, все, до свидания, идите в жопу. А что? Ой, что, в Москве? Вопрос Это такой... явно что-то монгольское, так что езжу Ругается, дальше. да, он Нет, ругается это на нет, это непонятном языке. турецкий, Это турецкий про Кухонь какой-то Крым. мир. Да. Слушайте, Да. ребят, такой вопрос. А камера не нужна же вот здесь? Да, вы можете Не-не-не-не-не-не. одеться Слава и богу. выключить камеру, Честно да, говоря, нормально. здесь все не самые красивые люди, поэтому я решила, Кроме что меня. давайте без камеры. Да все в Как она очках, я как раз думал, будет нас? идеальный состав Я для тоже твоей думал игры. нормально, я даже Прям свет отлично. поставил. Смешно даже. Тут нет Красовского, поэтому, Александр, выключите камеру, оденьтесь. Окей, окей. То Она есть, у всех короче, камера не выключена. нужна. Просто OBS у меня перехватывает камеру, и Да, конфликт я понимаю, возникает. та же самая фигня. Все, отлично, Поскольку супер. Ежи не разобрался с Дискордом, то Да. давать ему, знаешь, ссылки на всякие там виртуальные камеры и так Я и не далее, пробовал. наверное, не стоит. Да. Да, Я это, блин, удивлена, тяжело, что мне мы кажется. не в скайпе сейчас. Да. Почему вы не в А скайпе, ребята? прорабатывалась возможность в скайпе общаться? Нет, потому что скайп — дерьмо поганое. Да А ладно, почему вы так нормальный думаете? скайп, я не знаю. Я Я тоже понимаю, не что вам понимаю. 7 здесь типа 80, но Да. в курсе, да, типа мир немножко дальше ушел в своем В развитии. наше время А, два вот, Дискорда. подожди, Давайте еще, я не а знаю, что в тебе, Mail.ru чего тебе один. не хватает от скайпа? Вот я серьезно, вот я... Мне чего не хватает? Ну, например, Мы тут чтобы он крепостное не право застали. грузился, блядь, в 100%. Что говоришь? Ну, Второе крепостное типа, право. скайп очень грузит. Я помню, что мы как-то созванивались в скайпе. Причем, чтобы вы понимали, я давала интервью по скайпу. Блядь, у меня он завис, наверное, раза 4 за Для все время. Donation Alerts, наверное, Поэтому... давал интервью. Нет, Ладно. кстати, там какое-то, знаешь, там какое-то дерьмо было. Зачем мне Donation Alerts давать интервью? У Но меня я там считаю, что у брат скайпа работает. лучшая реклама была среди всех мессенджеров, А, файлообменников, не и всех файлообменников, поэтому... как это Да. на Ютубе, которые... Блять, как она там... Каким файлообменником вы пользуетесь? Да. Скайп!
Так, ребят, есть что? Здесь у всех есть клиент игры, кроме Ежи, правильно? Что такое клиент игры? Тебе не надо знать. Начинаем. Это не тебе вопрос. Сначала, да. А, кстати, вот по поводу людей, про которых я писал, есть кто-то там в очереди? А вы про что сейчас? Еще есть стримеры, которые, ну и блогеры, которые... А их много там? Я могу добавить стол. Я извиняюсь, а я вот не знаю совсем, кто такой Аркадий Платонов. А это я, это Виктор, да, это у меня. Виктор Зуев, а это какой-то канал, YouTube? Просто стример, ну, игрожу стол давно, так стример. Владислав, как много еще людей хотят присоединиться к нам? Вообще двое, это Зио, блогер с Ютуба, и стример Right History. То есть, подожди, а Зио реально думает, что он вас может разъебать в истории? Да, блин, ребята, я боюсь, никогда кнопку не выиграем эту. Тут столько людей будет, и столько кнопок нужно выиграть. Это же невероятно. Это все ради вас, Александр, а не сюда. Все... Каких кнопок? Ну, там вопрос, кто быстрее нажмет. Да. А куда нажимать-то? Да я тебе скажу! Погодите, да, мы еще ж не зашли. Аляша, там, короче, Right History уже нажал, и он в ожидаемом... Нет, я Right History уже посчитал. То есть, в целом, вы хотите в шестером поиграть? Ну, давайте сделаем вид, что у нас демократия. Типа, кто хочет играть в шестером? На своей игре было трое всегда участников, поэтому выкидываем Штефанова и играем нормально. Нет, я считаю, что the more the merrier, поэтому давайте. Я тоже считаю. Давайте, ладно. 5-6, разницы не особо много. Мы всегда, когда в своих играем там со своими зрителями, я по максимуму пытаюсь добавить. Значит, давайте сейчас по большей части поможем старшему поколению. Значит, Ежи, смотри. Да. Вот я тебе сейчас скинула ссылку. Видишь ее? Куда? А, вижу, да. Переходишь по ней. А по ней вводишь... нельзя перейти, тут только вбивается имя и все, как бы. Ну вот, переходишь, вбиваешь имя. Ну, так. Нажимаешь вход. Тут нет, блять, у нету кнопки вход, она пропала. Я могу заскринить тебе это и прислать, как это выглядит теперь для меня. Заскринь, может, ты просто имя не ввел? Без имени нельзя найти. Сейчас, подожди. Я прям знаю. Я так понимаю, что только один раз можно было перейти. Вы уже в свояк заходите или куда? Да, но нам сначала нужно с дедом разобраться. Сейчас. Типа вы сориентируетесь. Это надолго, да. А сначала вам бы лучше разобраться, чтобы закинуть тех людей, которые в ожидаемом уже сидят. Вот я скинул, Аляш. Жмин, ты им скинул? Я им скинул, да, на вот этот вот Meet Google, и они пишут, что они в ожидаемом. Ага, сейчас я их добавлю. Стилище. Короче, тут пропала кнопка вход теперь туда не зайти, короче. Не знаю, обнови страницу. Обновил уже несколько раз, нихуя абсолютно. То есть вот первый раз самый можно было перейти по ссылке, когда ты самый первый раз мне прислал, еще мы сегодня общались. Сейчас уже нельзя. Все. Сейчас, сек. Бля, почему у всех есть, у тебя нет? Как ты, блядь, сломал свою игру? Так, ее, да, там надо бы обновить. Я даже не заходил еще туда. Не, если он через давно... браузер, он не через клиент. Ты что? Да, точно, это же Ежи, какой, блядь, клиент. Извини. Так, что еще? У тебя стоит там, я не знаю, VPN? Я все отключил специально и проверил. Я просто тоже сейчас захожу именно по этой ссылке, и все нормально. Ну, у меня нихуя абсолютно. Короче, я правильно понимаю, что ты просто слился? Что еще раз? Он заскринил, чисто, знаешь, все до этой кнопки. Блять, там нет кнопки никакой, в том-то и дело. Я заскринил все абсолютно. Там проблема в скачать клиент или... Да. Проблема да, в том, что нет кнопки. А может быть, Аляш, ты скачаешь клиент и перешлешь, и он весит там 15 гигабайт? Да, а для этого можно использовать отличный файлообменник. Ежи ничего не использует. Есть скайп, сторонних клиентов и так далее. Короче, походу без меня. Ну, в принципе, главный вопрос про непротивление злу я задал, поэтому, в принципе... А, вот вход-то, ёб твою мать. Все, захожу. Там, короче, надо было нажать еще одну хуйню. Так, Типа пол выбрать? Нет, не пол выбрать, а надо было еще загрузить аватарку, блять. Значит, так, куда смотри, дальше переходим? Смотри, там есть войти в лобби.
Видишь кнопку? Блять. Она где-то сейчас под конец. Да, будет. Да, так, да. А Zio Right History, вы здесь? У вас здесь есть смотри. Кусок говна вы есть выбрали в качестве того, чтобы собраться. Так, ну, где же решались эти вопросы? Подождите. Так, меня слышно? Жмите. Мне да, нужно сосредоточиться. Добрый вечер. Добрый. О, привет, привет. Здорово. Значит, смотри, Ежи, я тебе отправила в личке название комнаты, которое нужно найти в списке. Блять, слева. Это комната так называется? Это комната так называется. А там все по алфавиту. Если помнишь русский алфавит, Штефанов, это ты, блядь, должен сориентироваться. Блять, а где мне ее искать? Она посредине должна быть, слева или справа? Она будет на букву Z. Вот этот вайп у меня. Блять, я понимаю, но она справа, слева или посредине? Она слева, прям в самом левом меню, там, где I написано. Ой, бля. Так, нашел. Вот, два раза на нее кликни, там будет пароль. Так. Пароль я тебе отправила. Сейчас, подожди, подожди. Бля, мы походу сайт Пентагона сейчас взломаем или типа того. Почти. Так, господи, надеюсь, что Ежи зашел. Пожалуйста, Иисус, помоги. Так, в IT-игроком написано. Выбрал Ежи? В IT-зрителем или... в IT-игроком, наверное, да? IT-игроком. Да, какое название канала-то? Я отправила Жмелю. Все, кто от Жмеля, возьмите у него, пожалуйста. Ага, у меня нет ваших контактов. Так, если вдруг... Я от Жмеля или кто? Так, а где красная кнопка-то, блядь? Нет, Саш, красной кнопки. Я тебе сама отправлю. Куда жать-то? Да, подожди, она появится, когда мы начнем. Вот я вам отправляю название, название комнаты и пароль. Так, я так понимаю, Олег, что... Я правильно понял, что мы остальные ждем тебя, да? Ну, типа, какой-то ссылки или куда? Как попасть-то в группу? Ну, в комнату? А, вот, ну, типа, смотри, так. Кто из вас не имеет опыта общения со свояком? Кого нужно провести за ручку? Меня. Хорошо, у тебя есть клиент игры? Да-да-да, все установлено, я же сыграл. Значит, и там проиграл. Будет игра онлайн. Так, да-да-да, вижу. Комнату и пароль я скинула. А, так, это смотреть в, где? В этом, в телеге? В ТГ, да. А, вижу. Это комната и пароль. А, это комната и пароль. Так, сначала я ввожу... Ага, кажется, нашел. Так, и пароль. А, все легче оказалось, чем я думал, кажется. Так, войти игроком, да? Все, я в комнате. А это куда? Это игра онлайн я жму, да? Или игра по сети? Онлайн, да. Слева комната. Ищешь комнату, потом пароль вводишь. Это вторая строчка, то, что я прислал. Ох. Так, если я справился, то Штефанов, мне кажется, тоже сможет. Слушай, если ты справился, то я не знаю, моя пятилетняя племянница справится. Давай ее тоже закидывай. Я удивлен, как он справился вообще. Вы будете в ахуе, но клиент игры тут не обязателен. Ну да. Ну, собственно, Ежи сидит. Так Ежи так и зашел, если что, с добрым утром. Еще бы Ежи там клиент скачивал. Я говорю, радуйтесь, что мы не в скайпе. Я удивлен, что мы не в Дискорде. Так в том-то и дело, типа, мы бы были в Дискорде. Опять 25, да, уже было. Да нафиг ваш Дискорд, господи. Так, подождите, а парни, вы издеваетесь, это кто? Это я. Это Зио. Это Аяз. Так, чё, где кнопка? Хера себе, у вас там юзерпики. А чё не на Twitch сразу, блядь? Я отошел на 3 минуты. Давай, давай. Красовский звонит. А в чем проблема для Твича? Ну, мне кажется, да. Так, ребят, готов надо нажимать или не надо? Готов надо нажимать. Правильная политика, что ли? Надо нажимать. Так, а что значит кнопка пас? Что, типа, если ты не хочешь отвечать на этот вопрос, это выход. Чтобы, чтобы случайно не нажать на кнопку ответа, можешь сразу на пас нажать. Но это не обязательно. Ты так, же, наверное, готов, да, надо нажать? Надо нажать на готов, да. Так вот, ты уже нажал, все. Еще раз нажми. Еще раз нажми. У тебя уже был готов. Красава. Там только у Штефанова готов не нажать, и все. А он отошел. Ему Красовский позвонил, он не может говорить. Блин, надеюсь, хотя без дикпиков сейчас обойдется. Видимо, важный разговор. Парни, вы издеваетесь, у вас чибисов на аватарке, я правильно понимаю? Чего? Это Зио. Не у меня. Кто такой чибисов? Объясните мне. Это добрый русский человек, замечательно. Он придумал идеологию центризма в новом витке, как в развитии.
Блядь, чувствую себя просто, знаешь, типа ребенком в университете, как это, блядь, Алиса, как это Чеплякова. Это ж хорошо быть девушкой в университете, по-моему, нет? Ну, вообще, да, половина зачетов на халяву. Но я думаю, это только в технических вузах. Да, а если женщина, если женщина преподаватель, ну, еще хуже будет. На опыте. Это правда. Чат пишет, Азил, зачем он тупой зумер? Чат, давайте делаем ставки вообще, кто выиграет. Ну, чтобы контраст был, я не знаю, если вдруг... Женщина меня за лупу кинула на жмеля. Моя ставка на жмеля идет, короче. Я тоже ставлю на жмеля, но у него кнопка дана. Я как историк, все, что до начала 20 века, ноль вообще, ничего не знаю. Аналогично. Блять, мне кажется, я очень ошиблась в аудитории, конечно, на этот свояк. Не, ну слушай, на мировую историю ее невозможно знать полностью. Но я говорю, здесь по большей части вопросы такой, типа, школьной программы так есть... Это самое, не... это самое подлое, серьезно. Главное, ну чтобы вот. Они могли... Показать, а что вы хотели? А вы хотели, чтобы в свояке было изи-пизи? Я заканчивал школу, когда еще никто из вас не родился. Типа при Сталине? Это вряд ли. Давайте, давайте это померимся. Я при Брежневе родился. Так, а что, мы готовы? Вам с ракет есть? Если вы все готовы, я... Ну тогда мы с вами ровесники, да, получается. А на что мне нужно, чтобы... А это с кем я ровесник сейчас? Саня, это так себе комплимент. Ну-ка, все заткнулись. Я говорю. Значит, смотрите, мы играем пак. Вроде как без фальстарт, если я правильно помню. То есть, и чтобы отвечать... игра устная была, надо. Ну да, она вроде так устная. А, что, стрим запустили уже все, что ли? Вот как мы сидим и разговариваем? Вообще, да. У меня давно все, сорян. А все мне пишут такое, что все запустили. Ну, можете не запускать. Так что, ребят, отвечать на вопрос можно будет только тогда, когда появится белая рамочка вокруг вопроса. А кнопка-то где появится на контроле? А, погоди, так... Так это вокруг хуйня. Кнопки тоже. Так это хуйня, и это значит с фальстартами. Ну да, но там половина вопросов — это картинка. А куда нажимать-то, блядь? Блин, типа, ну, чтобы она прогрузилась. Сармат, на пробел или на левую кнопку мыши, на этот, блядь, красную хуйню вправо. А красная хуйня? Красной хуйни у меня не появилось, кстати, до сих пор. Появится тогда, когда начнется игра. Игра еще вообще, не начнется. Не, ребят, чтобы на пробел, там нужно в настройках это сделать. Я вот выскажу свое личное мнение, но играть с фальстартами — это такая заеба грешная. Потому что там, я не знаю, прожата ли у тебя хотя бы кнопка, чтобы это сбалансировать пинг всех остальных, но так постоянно никто никогда не успевает нажать. Когда там вопросы, на которые ты можешь ответить. И легче без фальстартов, потому что тогда кто быстрее прочитает, тот и быстрее нажмет. Там не надо особо читать. Это больше медиапак. Еще, Аляша, господин ведущий, госпожа ведущая, такой вопрос. Ответы нужно записывать или устно? Нет, устное. Слава тебе, Господи, окей. Значит, опять же, нажимать на красную кнопку. Желательно, она лучше всего работает. Типа пробелы и так далее, они работают через очко, поэтому красная кнопка появится справа снизу. Вы не пропустите, тут все, блядь, синее. Красная кнопка будет контрастной. Что делать? И нажимайте на красную линию у жмыхолета. Есть или нет? Мы есть играем... фальстарт, да. Когда будет обрамление. Хорошо. Ну, это классические правила свояка, да? Да, типа того. Я нажимаю «Готово». И мы погнали. Фух, пока они там пиздят. Наш кажется, азиатский слоняр готовит. Мимика не было слышно. Давайте. Все. Всем привет. Поехали. Ну ты за всех. А, здорово. Не, это я в чатику сказал. Все. А то я без микрофона сидела. Там на носу Медведева тоже красная. Наша сегодняшняя тема. Бывшие названия городов, важные даты, голоса политиков, диссиденты, европейские монархи 20 века, императоры, императрицы, историки, исторические фильмы, классическая музыка, музыка из фильмов, на каком языке поют. Они могли быть правителями России, пандемии, писатели, поэты 20-го, 19-го, политики молодости, полководцы Великой Отечественной, президент России, прошлые гимны стран, события по фото, столицы стран по фото, угадать чего-то там, кого-то там. Погнали. Президенты России. Хороший. Да, я знаю. Первый раунд. История России. Ну, может, там будет вопрос про Татарстан, я думаю. Император и императрица. Диссиденты. Президенты России. Сложные. Важные даты. Нет, так может быть, я реально думаю, что будет про Татарстан. Чему посвящена карикатура? Могут быть исполняющие обязанности. Полководцы Великой Отечественной. Они могли бы быть правителями России. Писатели поэта 19-го, писатели поэта 20-го века. Так. Если что, говорю сразу, президенты России, как видите, они все по 100, и это не просто так.
А, все остальное, в принципе, плюс-минус на серьезных щах. А там везде Путин будет, ясно. Да, там будет Удмурт, там, так сказать, Ворон. Предлагаю деду выбирать. Есть же Сармат, выбери, пожалуйста, тему и стоимость. Можешь прям тыкнуть. Мышкой, что ли? Прям мышкой. Блять, они у меня не тыкаются, я кликаю, нихуя не происходит. Хорошо, тогда скажи. А, где да цифры? А, дала ему. Император и императрица 1000, короче. Ну, собственно, назовите императора или императрицу. Петр III это. А что вы... Это кто сказал? Это император Российской империи Петр III. У меня кнопка не появилась, хорошо, блядь, а ребята. Кто это говорит? А кто это говорит? Это... Владислав Ратистрия. Нихуя не Владислав этого Ратистрия, блядь. Я нажал первый, я нажал первый. Куда ты нажал, блядь, у меня нет кнопки, ёк вашу мать. Ежа, ежа. А что происходит? А почему женский голос? У меня нет кнопки, блядь, на которую нажимать, ребята. Шляпа полная. Я не могу выбирать. Извините, это... Охуенно. Пётр Третий, блядь. Да подождите! Заткнулись! Хватит разводить балаган! Я правильно ответил, ёб вашу мать. Я рада, Ежа, надо нажать первому. Не ты отвечал. Нормальный стиль, давайте еще двоих людей добавим. А куда нажимать-то, блядь? Тормат в правом нижнем углу. Нету нихуя, у меня ничего не поменялось. У меня как была дверь и пас, и все, блядь, так и отстал. Пусть Тормат перезайдет в игру. Охуенное шоу. Да ладно, с минус 1000 можно подняться, ребят, нормально, работаем. У меня нету нихуя, как мне выбирать ответ? Заткнись, Ежа! Я угадал Петра Первого, Третьего, блядь, дайте. Какая разница, сколько добавить? Говорит один Ежа Сармат. 1000. Короче, 1000 в уме. Ежа, 1000 донатом пришлют, как бы, все нормально. Хорошо, спасибо, Владислав. Погнали, Ежа, выбирай дальше. Блять, она... Хорошо, окей, у меня пауза на весь экран, если что, сейчас. Окей, хорошо, я выбрал. Допустим, я знаю правильный ответ. Куда мне, блять, нажимать? На красную, кнопку. Справа. У меня нет красной кнопки справа, блядь. Она не существует у меня. Хорошо, правый контрол. По умолчанию, правый контрол должен быть. Блядь. Так, ну вы и вопросы задаете. Так, окей. Надо еще первому успеть нажать, если. Так, у меня пауза снова на экране. Что делать? Да, это нормально. Погодите, и последний вопрос. Император... Что за женский голос был на стриме? Просто я ничего не понимаю. Кто знает? Погодите, еще один технический вопрос. Чей это женский голос ответил Петр III? Вот, да, не я один задаюсь этим вопросом. Что такое? Это от меня исходит, поэтому все, это принимается как правильный ответ. Все, ничего не знает. То есть за Ежа еще хандуш играет. Да, это хандуш отвечал. 4 полушария, как бы, лучше, чем 2. Сосать! Тогда ладно, тогда погнали. Ни у кого нет умной женщины, которая бы угадывала императоров. Правая кнопка тоже отвечает за красную кнопку. Короче, император и императрица 900 я нажимаю. Погнали, назовите императора. Павел Первый. У меня нет красной кнопки, блядь, у меня не на что нажимать. Кнопка появится, когда будет белая, блядь. Я нажимаю Ctrl, нихуя не происходит, поэтому я буду просто выкрикивать правильные ответы. Нет, как это неправильно, это неправильно. Так нельзя, блядь, ты же всем отвечаешь просто, ты не успеваешь нажать. Пенальти так мне не на куда нажимать-то, блядь, в том-то и дело. Да, стой, поставьте паузу, пусть Ежа выйдет из Сигейма, зайдет заново, там баку страницы. Не, это хуйня, я... Короче. Ну что, как тебе, Алёша, с файстартами играть еще? Хотя это было бы без них нереально тоже играть. Не, ну все, я просто не понимаю, в каком момент... А, вот это что ли? Ёптвою, вот это поле, это и есть кнопка, блядь, на которую нажимать. Да вы слушаете, блядь. Она появилась, короче, все, ребят, нормально. Нажимать на кнопку нужно тогда, когда появляется белая рамочка вокруг вопроса. 1900. Лучше за долю секунды до нее, да. Алёша, штрафуй нахер просто, и все. А, жмых? Я ответил, Павел Первый. Да? Правильно. Охуеть, им засчитывает правильный ответ, блядь. Да ты-то не успел нажать, ты просто орёшь. Да куда нажимать-то, блядь, мне нажимать некуда, еще раз объясни. Ты сказал уже, что появилось после того, как обрамление. Да, блядь, правая кнопка выше. Когда появляется рамочка, тогда можно отвечать на вопрос. Это новые правые в России. Культура дискуссии Восточной Европы. Я коммунист. Не пиздец. И у тебя тоже ноль пока что, так что ладно. Жмых, выбирай. Да, хорошо. Давай, что такое президент России? Давай, что такое? Назовите президент Ельцин. России. Ну зачем ты орёшь? Ну блять, да что ж такое-то? Ну что правила-то не могут себе выучить, ребят? Бля, вы заебали. Да он специально это делает. Без кнопки не работает это, иначе превратится, кто быстрее крикнет. Это Ельцин. Это Борис Николаевич Ельцин, да. Именно так.
Блин, я, кстати, его даже застала. Сратая хуйня. Сармат, надо подождать, пока загорится рамочка. Так, давайте диссидента за 700. А давай. Ну, собственно, нужно назвать диссидента. Ну, это известный персонаж. Мой препод по математике, кстати. Похож. Игорь Ростиславович Шафаревич. Как еще раз? Игорь Ростиславович Шафаревич. Факт. Кто это вообще? Это великий русский математик и консервативный мыслитель конца 20 века. Так. Я когда отсматривала этот пак, я впервые о нем узнала. Назовите диссидента за 600. Жаба. Аж кирпичей захотелось. Валерия Ильинична Новодворская. Блин, да как да, вы так встречаетесь? Что так быстро нажимаете? Ну, жмеля рука, как бы, одна рука упадет. Я президентом еще пойду. Говорун сейчас. Не, ну у нас куча президентов, не знаю, что вы смеетесь. О, смотрите, парень с аватарки. О, я успел? Красава! Дмитрий Анатольевич Медведев. Железный Димон. Стальной лидер. Я думал, это автор телеграм-канала просто. Так, надо, короче, да, твиттерский. Одно другому не мешает. Известный твиттерский. Было бы забавно, если бы Штефанов выиграл с его аватаркой. Ну, этот вопрос. Хорошая аватарка. Я не увидел сначала. Так, давайте странную, но интересную рубрику. Они могли бы быть правителями России. Ну, давайте за штуканем тоже. Давай, выбирай. Прям тыкай. А, ну, так ты можешь... Да, тыкаю. Окей. Назовите возможного правителя России и желательно назвать, каким образом он мог стать правителем России. А, еще. Ну, желательно, не обязательно. Бля, это либо Крючков, либо этот польский диктатор, который... Ну, в смысле, либо, ну, Ежа, но играй по правилам, пожалуйста. А, ну, Крючков пусть будет лишним. Так, ну сейчас Белый... Кто нажмет? А, нажали уже? А, нажали. Да, Ежа нажал. Ежа, назови одного человека. Я уже назвал, блядь. Ну, еще раз, тут... Крючков он назвал. Он сказал, хорошо. Крючков. Да. Блин, я угадал. Ага. Мощно. Ну, это, кстати, я извиняюсь, это фактологически неточный вопрос, потому что Янаев должен был стать руководителем. Да, ну, Янаев и был, но Крючков был сильнее в плане аппарата. Ну, Крючков был советником Кургинина. Блядь, да не душните, 1000 рублей. Саня, это возможные правители. Да ладно, я шучу, конечно, это шучу. Ну, просто это настолько похоже на... Подходящая аватарка. Так, император, императрица 800. А я не вижу ничего. Можно а сейчас загрузится. А, окей, у всех одновременно оно. Я все еще не вижу. Я не видел. Так, Екатерина вторая. Не. Черт, Елизавета, да? Это Елизавета Петровна, дочь Петра Великого. Она, да. Время их путаю. А нужно левый или правый клавиши нажимать, извиняюсь? Или это не важно? Левый или правый? Правый? Все, извиняюсь. Окей. Спасибо. Подожди секунду. Так, мне чат пишет, опусти экран, пожалуйста. Сейчас я сейчас опущу. Меня дезинформировали, мне сказали, что кнопка будет справа снизу, но это неправда. Могу снять 100 рублей с себя. А не с другой красной хуйней на носу Медведева. С Армату пришлю скрин, докажу, что она с правой стороны, как бы. Сейчас. Охуенно, только у меня, я могу, блядь, ответный скрин прислать, что она у меня не справа, нихуя. Да у него там вечно какая-то, знаешь, проблема. У него правопозырная версия. Это происки свеадоборгианцев, короче. 100%. Right History, не знаю, как тебя по имени. Владислав меня. А, я выбираю, окей. Sorry. Блин, здесь слишком много тогда Владиславов собралось. Это нормально. Диссиденты за 500. Тоже, если знаете, каким образом не диссиденты, можете рассказать чатику. Да, ну, имейте в виду, кто это. Это дичка Эдуард Лимонов. Лимонов, да. Блядь, я нажимаю. Ну, это самое все нажимали, да. Очень бы сложные вопросы были, чем кнопку отдавать каждый раз. А президент России за 100. Так, это оригинал, по-моему, да? Да. О, я выиграл. Путин. Давай. А какой? Ну, это ранний Путин. Вот, я говорю про это вопрос. Оригинал там. Время правления раннего Путина, да. Так, чему посвящена карикатура? Ну, собственно, нужно ответить, что это за историческое событие. Понятно. Yes. Блять. А, перестройка? Полная хуйня с этой кнопкой. А, ну, а если точнее, знаешь... Это конкретно. Рыночная экономика. Ну, в целом, ладно, типа, имеется в виду окончание перестройки. Ну, я хуй знаю, это что-то... Ну, не, я понимаю, я так уже подгрушниваю. Нет, потом указ о свободной торговле, вот эта вот история может была быть.
А, так, продолжаем тогда, давайте... Которую прикольно, нет? Вот, поехали сюда. Они могли бы быть правителями России за 900. Не загрузилось. Сейчас подгрузится, да. Ну, у всех по-разному, сорян. Да, блядь! Саня! Так, это у нас вице-президент Рудской, правильно? Ну, исполнявший обязанности. Мог бы быть при удаче Буча 93-го года в сторону Верховного Совета. Конечно, конечно. Формально он был, кстати. Ну, если мы признаем Ельцина с человеком, который совершил... Если мы признаем Ельцина человеком, я понял. Да, да, да. Так, чему посвящена карикатура за 900? Красивый. Ну, я не знаю, как это... Да, блядь, оно только сейчас... Молодец, лежи. Сравнение Сталина с Брежневым со Сталином, короче. Тут конкретнее можно указать. Сейчас коллективно, чисто будем отвечать. Типа того, что репрессивная политика после, собственно, оттепели Хрущевской и так далее. Что ты имеешь в виду? А, я понял, я скажу сейчас, да. У меня написано другое. Скажи честно, я лох ебаный по истории, поэтому я не уверена, что я могу принять это. Блядь, не успел опять. Витяня. Вторжение в Афганистан? Нет, 74-й год, а 74-й, почему? А, блядь. Ну я хуй знает. Короче, это Солженицын, архипелаг ГУЛАГ показывает Брежневу, что его политика управления такая же, как Сталин. Ну а Солженицын... Я только что это сказал. Нет, ну это тоже неправильно. А можно еще раз ответить, нет? Нет, еще раз нельзя. Блядь, ну понятно. Не знаю, скипай тогда, пускай. Окей. Да, в принципе, Жмель сказал в ответ. Как бы. Не, попробую. Это же высылке его посвящено, правильно? Его ссылки с Солженицына. Он кто? Вот его статус. Того? Солженицына? Брежнева? Или Солженицын? Сильный. Сильный? Сильный ссылки с Солженицына. Может, это публикация романа первая? Не знаю. Ну, или так. Не, ну если это неправильно... Ну, то это, роман, это не то, что неправильный, знаете. Вы, типа, все говорите примерно об одном, но у меня ответ несколько другой. С помощью зала от Хандуша будет. Короче, ответ в том, что Солженицын не возвращенец, издал архипелаг ГУЛАГ, там хуй знает. Высылка, короче. Ну, я тоже это сказал. Не, ну тогда тоже, да. Если это не точно... Охуенно. Ну ладно, давай тогда уже скипай. А что, Зио-то будет отвечать? Интересно, интересно. Мне 900 отняли за это? Ну вряд ли Зио будет. Давай. Нет, зачем я нажал? Не, я Хуяр. Могу только предположить, что это про рабский менталитет народа, что неважно, какой правитель. Так, так. Но же зеркало не народу показывает, а Брежневу. Блядь, вопрос всех я косил. Это диссидентское движение. Давай дальше. Надо было сказать слово «движение», блядь. Ребят, если бы вы сказали, да, диссидент, хотя бы один раз, я бы приняла. Так тут там вообще карикатура не про это, на самом деле. Там вообще карикатурный вопрос. Давайте так, давайте конкретный год. Начнем с того, что там на карикатуре 74-й год. Вот. И что у нас случилось с Солженицыным в 74-м году? Выбыли. Его выпизнули за границу. Давайте так, ребят. Соответственно, кто дал вопрос про то, что его сослали? Вопрос к тому, кто это составлял, а не ко мне. Я опять говорю, я несколько лов. Ладно, да. Поебать, все получили. Все равно все решили 900, да. То есть все остались при своих. Ну ладно, ладно. Погнали. Чему посвящена карикатура 800? Ну это явно типа Ежи приехал, Вадим. Ежи просто всех решил затроллить. Отличная актерская игра. Браво, ну, маэстро. Войне во Вьетнаме. Жена сморнула Даняша. Да. Я вспоминаю, как Ежи говорил, что это типа, если человек настолько тупой, так, кого-то не может даже на тусы, кто не может зарабатывать деньги. На мост паузу, только мочь. Вы 54. Да, спасибо за донаты. Не за что. Не за что, да? Это дефолт 98-го года. Изи. Фух, я теперь, знаете, на каждую эту карикатуру думаю, блядь, пожалуйста, скажи что-то похожее. Чего за JPEG растянутый? Шакалы ебаные. Распад Советского Союза, идеи о союзе суверенных государств Горбачева и преобразование в СНГ в итоге. Ельцин. Какой длинный ответ даешь, молодой человек. Да потому что хуй знает, что там. Даже я вас запугала уже. Так, чему посвящена карикатура 500? Опять шакалы, но сорян, я думаю, узнаваемо в целом. Сука. Ну, это вот журналистский пиздеж про то, что Распутин якобы манипулировал Николаем Вторым, вот Николай танцует под ручью. Да, Распутинщина. А почему журналистский пиздеж?
потому что это пиздеж. Опа, так, обсуждаем. Давай, давай просто... Монография Альденбурга разобрана, все тезисно, можешь обратиться к ней. Ну, мы же понимаем, что в любом случае царь был склонен верить всяким юродивым и приглашать их во двор. Хорошо, а то, что юродивы развлекали царя, не значит, что он... И как, по какой-то... Я, то есть... я напоминаю, при Петре тоже было куча юродивых, там, карликов и прочих. Мне сказать, кажется, отношение... Блядь, с глазой этой конфессии. Господа, классическая рубрика, кто разъебет Штефанова. Поехали. Нет, ну если серьезно, то это же, конечно, если серьезно, было не такое, как к юродивым при Петре. Было серьезное вполне отношение. И его допускали... Да, не у царя, а у царицы. Не у царя, а у императрицы. Да. Его допускали, ну, простите, еще раз, при монархии его допускали к телу наследника, что вообще-то важнейшая вещь. Это вот, не факт. Есть и письма и о том, что это негативно влияет, и разговоры с царем на эту тему было, и окружение, которое возражало против Распутина, а царь все равно продолжал. Если бы это было несерьезным увлечением, то, наверное, для Николая II не было бы... Замечательно. Давайте так. В мемуарах февралистов было много чего интересного, я согласен. Да. Давайте. Ребят, я слышала, что у Распутина хуй был 40 сантиметров. Есть какие-то данные об этом? Он как Петр Первый сапоги заправлял. Давайте дальше. Да. Про мемуаристику. Петра Первого подменили. Чему посвящена карикатура 400? Бля, вот тут я, пожалуй, не буду нажимать. Так, извиняюсь, товарищ, но очень заманчивая была возможность. Это нападение нацистской Германии на Советский Союз после пакта Молотова-Риббентропа, который был нарушен. Просто все разложил. Вообще. Не доебешься. Целую главу рассказал, да? Потому что, блядь, хуй знает, что там написано. Правильно, правильно. Этот чат хоть чему-нибудь научится. Вряд ли ваши, но мои точно. Там, кстати, написано «Уеха Словакия». Дача Чехословакии, раздел Чехословакии Гитлером. Не то. А это Мюнхенские соглашения. Вот что. Умница. Yes. Уф. Да. У меня аж внутри сговор. Все сжалось. Мюнхенский сговор, да, еще. Так. Поехали. Давай следующий. Добьем, да? Ну давай. Да, лучше. Да, то, чтобы ее не было больше никогда. Добейте выживших. Чему посвящена карикатура 200? Есть кто на франце говорящем? Так, Ля Гарде... Это ГКЧП, Госкомитет по чрезвычайному положению. Точно. Ну, Янаева здесь можно разрешить. Да, можно, интересно. И чему посвящена карикатура за сатенчик? Блять. Тут даже я отвечу, поэтому... Да, блять, ты что? Карибский кризис. Да. Расскажите, пожалуйста, еще раз про правила вот этой до фальш-старт, или как это назвали? Отвечать можно тогда, когда появляется белая рамочка. Если ты нажмешь заранее, у тебя будет... Несколько секунд ты не сможешь нажать. Пулдаун у меня будет. Все, понял. Да. Погнали. Так, давайте историки за 500. Владислав. А, давайте. Ну, назвать историка, собственно. Они само собой. Блин, бородка жидкая такая. Так, если не ошибаюсь, это Ключевский. Да, именно он. Yes! Наш. Блин, я, знаете, типа, я историков знаю, но я не знаю, как они выглядят. Это проблема есть такая, да. Да, это... Надеюсь, Ломоносова не будет. Если что, в категории историки... Он историк, вполне. Если что, в категории историки не будет Штефанова, говорю сразу. Так, ну давайте историка. Так, историк за 1000. Уже нажали, уже кого-то выбрали. Мне даже интересно. У меня пинг, блядь. Ёб твою мать. Да, у меня есть предположение, но я не буду рисковать. Это мой дед. Ну да, не рискуй, а то у тебя мало баллов. А я нажал, да, я решил рисковать. Да, у меня 2300 баллов. Да, даже если я нажимаю, блядь, ничего не происходит. Так. Ну, допустим. Ладно, рискну на Татищев. Нет. Нет, ладно. Сорян. Не знаю, как Татищев выглядит. Погодин? Нихуя себе врыв. А, реально Погодин. Блин. Жестко, блядь, а кто там говорил? Зио, нихуя не ответит. Круто. Я не успеваю нажимать. Он, может, как ДСБшник с Гуглом. Ничего себе, слон. Угадал. Погнали, историки 900. О-та-та-та. Не, подожди, это за 900. Ну да. Сармат? Может быть.
Нет, извини. Он вообще не похож. Либо Миллер, либо Байер, либо Шлоцер, судя по... Да, есть такое, да. Только в срали. Подожди, Зил. Татищев. Вот это Татищев. А, вот это Татищев. Ёб твою мать, Зил, сейчас Зибер. Наш слон. Откуда он знает этих мужиков? Женщина, мы все раем. Отфотошопленный. Историки 800. Пусть дорогое предположение. Соловьев будет, короче, мне похуй. Владимир? Рудольфович. Нет, другой. Тоже был Владимир, по-моему. Но тоже Соловьев. Да, тоже Владимир. Я даже не знаю, о ком вы говорите, поэтому... Причем вы угадали за 1000 и за 900, но за 800 уже не Я не уверен, что это он. На другого, одного историка похож. Сейчас отыграемся. Ну, на императора все знают, понимаешь? Ну, можно скип, да, императоры легкая тема, типа, даже я шарю, хотя казалось бы. Да, если никто не отвечает, можно прожимать дальше. Да. А, Тамара. Значит, ну, собственно, погодник. Я просто думала, мало ли Зио там это, Google откроет таки. Да. Погнали, 700 историки. Ох, красавчик. Хоть один без бороды. Ну, какой-то А, ну, допустим, попробуй. Ну-ка, допускай. Карамзин? Нет. Карамзин вообще по-другому выглядит. Ну, я никогда не раз. Он за 100 был. М.М. Щербатов? Милости прошу к нашему шалашу. Блин, что происходит? Мне кажется, нейросеть работает. Да. Ну и объективно Карамзин был бы не за, типа, 700. А, ну все, так, началось. Так, нужно назвать президента России. Нужно прям сказать, какой он. Какой клон. Да. Владимир Владимирович Путин. В какой? Пиджаке Мавроди. Тут сложнее. Почему Мавроди? По-моему, на... Потому ну, что Мавроди какого цвета пиджак? Пиджак Стаса Борецкого, на самом деле. Да. Короче, Путин. Не, это я не принимаю. Блядь. Путины разные есть, их много. Ладно, рискну, рискну. Банкетный. Охуенно. Ну, ну не, блядь, банкетный же нет. Это еще когда он у Собчака работал, по-моему. Зио. Это Путин из 90-х? Ну, типа, вот как звали этих челов из 90-х? Да, такие ответы дает твоя программа. Дата указала, а вот банкетный или удмурт, или это не подсказал? Вани, новый русский ты выиграешь. Ну, рэкетир, я хз. Ну, почти, кстати, почти. Я думаю, кто-то докрутит, может быть. Блять, назовите новый русский, вы победите. Да не хочу я так ответить. Нет такого Путина нового русского. Ну и погнали, это решало. Как вы могли его не узнать? Охуенно, решало там на посылках у Собчака. В малиновом-то пиджаке, ну. Зио? Президент России за 100. Это джипеговый. Вот это удмурт, по-моему. Нет, удмурт другой. Блин. Блин, я понял, кто это. Потому что все хотели удмурт назвать, я уверен. Это другой, это который, да. Это который посвящен другому видному действию. Да, я понял, да. Так, Зио. Путин хитрый? Я сказала, посвящен другому хитрому действию. Да это этот, ну, который, да. На кого он похож? На Путина, блядь, не поверить. Вопрос, на голову похож, по-моему. Сходство есть, но это круглому. Да. Я потом сообразил, что Кучма, короче. Прикольно. Зила? Как вы слабы... Давайте, ну, блин, надо было добивать до банкета. Важная дата 800. Взятие русскими войсками Казани. Бля, сейчас начнёт, что это было много раз. Это уже Кулина сразу же для меня. Ну, это 800, что вы хотели. Это много баллов. Я удивлена, что Александр не в курсе. Не-не, ну, это понятно, что век могу десятилетие назвать. Это ж зачем так по 800 баллов терять? Плюс-минус. Не, ну, прям точную дату нет. Это Да-да-да, 800 баллов просто терять. Я даже выебываться не буду, я бы и век не назвал, блядь. Я могу принять приблизительно, если что. Но не какие-то прям совсем ключевые даты. Историки 600. Ну почему все историки были с бородой, господи? Отвечаю, там в Шиле. Так, вот это точно Соловьев. А вот это точно не Соловьев. Да, блядь. Это Виноградов. Блядь, откуда ты их знаешь? Ты можешь сказать? Почему ты не знаешь там... Ничего остальное, карикатуры ни разу. Он составлял этот пак с вопросами, поэтому знает. И он, видимо, составлял только часть истории. Даже интересно. Да. Монографию Виноградова можешь назвать какую-нибудь так, чтобы... Так, диссиденты... Зио, кстати, реально, назови, Зио, назови, пожалуйста, монографию Виноградова.
Слушай, ну я бы тоже не назвала ничего. Александр Евгеньевич Дугин. Дугин, Дугин. Да-да. Типа, при всем моем уважении, Сань Штефанов, я знаю, как выглядит Татищев, я ничего не знаю о Татищеве. Ну ладно. О, это не историк. Это не историк. Историк, ты чего? Да, конечно. Букашка. Это что-то выше, чем историк. Это Евгений Николаевич Панасенков. Вот, это Евгений. Блистательный маэстро, как бы. Да. Главный историк. По президентам еще хочу. Погнали. Вот, вот это понятно. Красавчик, а, смотри. Это квадратный мордой. Блять. Вот это банкетный. Вот это банкетный. Где он там квадратно мордой? Жмиль, ты очень плохо разбираешься. Банкетный он с рюмкой. Ну, ты посмотри ролик про кругломордых, квадратномордых. Вот. Да, я смотрела. Поэтому теперь разбираюсь. Одно и видно. Это, а вот это уже удмурт, ребят. Вот это уже удмурт. Я вообще не шарю за этот лор. Я нажимаю. Как вы, да. Это... То есть удмурт не может брать бокал, что ли? Если удмурт возьмет бокал, он в банкетного превращается? Ой, да, это он с Зеленским навстречу летит, правильно я понимаю? Вот это... Ну, уже не летит. Это летчик. Вадим, Вадим, это летчик! Вот это да! Он понял. Там будет Путин, который опускался с батискафом за амфорой? Я думал, этот лор как-то посерьезнее. Он такой, наимодетский. Да нет, там есть много подводных, как в айсберге, блядь. Император и императрица 700. Подожди только. Ждем. Ну, по-моему, это Александр Первый. Да, это он. Это он. А я подумал, что это Константин сначала, я такой, типа, чего? Он проиграл битву с кнопкой. Давайте кругломорды. Добиваем Путина, понял. Сейчас ну что, мы не добиваем, мы осуждаем такую риторику. Ну тут, наверное, так же, блядь. Это рыбак. Рыбак? Это, ну да, рыболов. Блядь, серьезно? Ну вот настолько, да. Я самый убыль. За 100 рублей же вопрос. Без фантазии люди. Император и императрица 600. Наш слон. Опа! Блин, папаха как будто приделанная. Ай, кошел. Я, блядь, все, я проиграл. Александр Третий. Пинг. Александр Штефанов. Проигрываю битву с кнопкой. Да, это частая проблема. Это так. Ее, да, перееби. Ну, давайте. Ну, давай. Они могли бы быть правителями. Они могли бы быть правителями 800. Кожаныч, кто это? Ой, это любимец Сармата. Я понятия не имею, кто это. Это ну, Бухарин. Это бы Николай Бухарин. Сука, же, говно, я... пинг, ёбан. А каким образом он мог быть правителем России? Да, я бы мог ответить. Да. КПБ. Возможно, преемник Ленина. У меня примерно... Не, ну это неправда, это неправда. Ну, я хз, у меня здесь примерно вот так написано, поэтому... Не, ну там это просто значит, он положительную, в письме положительную характеристику, поэтому у тебя там так написано. Потому что в письме он дал положительную характеристику ему. Так, это когда он всех остальных захуесосил, да? Диссиденты за 300. Диссиденты 300. Блин, какая же у него прическа уебищная, я не могу. А, ну надо же. Ну, Солженицын. Да. Сан Саич. Анечка. Так. Странно, что он не в историках. Да, так, давайте... Он не историк, он... Это шутка. Император и императрица 500. Вот наш слон. Твою мать, это невозможно, конечно. Еще раз. Николай Первый. Ага. Тут главное, кто кого перекрикнул. Да, да, битва с кнопкой. Ну а что вы хотели? Такие. Мы все понимаем. С одной стороны, простые вопросы, с другой стороны, если будут сложные, Зио просто загуглит все. Как бы СБшник. Они могли быть правителями России? Ну вот это Янаев. А как он мог быть правителем? Ну и был даже формально исполняющим обязанности президента Союза Советских Социалистических Республик в ГКЧП. Да, при победе ГКЧП. Транс-хохол меня недооценивает. Слава богу, я на ОБК. Нижегородский. Они могли быть правителями России 600. Ну, Немцов. Понимаю, нихуя. Немцов? А, ну, он мог стать преемником Ельцина, типа, наверное, да? Там в ответе. Да. Так, давайте диссиденты за сотку, самого дешевого. А давай. Кто там диссидент? О! А я, блядь, не вижу. Бродский. Да, Йося. У него был стих один замечательный, я помню. Да.
про Украину. Да. Ой, Интермат. Я не знаю, Интермат. Поэтому... Да, погнали. Император, императрица 400. Вау, вот это мужчина какой, а, смотри. Ой, я всех выбираю, Александр Второй. Ты всех Александров в основном собираешь. Да, да, реально. Всех Александров перекликаю. Все себе, да. Интересно. Ну, давайте важные даты за 1000 попробуем. Давай важные даты за 1000. Княжение Ивана Клиты. То есть две даты, да? Примерно, да. Ой, да не. Не. 15 лет он, по-моему. Хорошо. 325-й, 40-й. Ну да, 15 лет получается. Ну, поехали, 900. Дефолт и кризис в России. 98-й год имеется в виду. Да, не знаю, почему это за 900, но... Ничего себе. Я думал, да, это даже не новейшая история. Это... Правление Ивана Грозного. Хотя бы там одну из дат. Хотя бы примерно. Так. Так. А, правление у меня рождения, блин. На спинг, блядь. Ну, примерно, я говорю. Смотри. Ну, нельзя так отвечать на этот вопрос. Сейчас, подожди, если он неправильно назовет. Смотри, он 16 век, он родился в 1533, насколько я помню. Правление было, ну, где-то, когда он был подростком еще, с 40-х годов, где-то до 80-х. Ну, назвал 33-й, я даже тут вопросы по истории за 10 класс. Подожди, так правление или... 4 года стал правителем официально. Или рождение. Ну, все, все, видите, все, устраивайтесь, ведущий, все. Не помню, да, там ух ты, ух ты. Так, все, на историков я даже не нажимаю. Историки 200. Красавица какой, а? Похож на Ольгерда Семенова. Это Карамзин. Вот это Карамзин. Кстати, странно, этот портрет обычно не используется. Обычно вообще всех знает. Конечно, знает. Человек шарит в истории России. Важный дата 600. Падение ордынского владычества. 1480 год. Стояние на реке Угре. Историки за 300, давайте. За 300 бакс. Не грузит. Еще не прогрузилось, не суть. А я знаю, кто это, кстати. Это, скорее всего, Лев Гумилев. Это он, даже точно. Только он не похож тут на себя. Но обычно старого берут, да. Тоже так себе историк. Историки 400. Это легко. Это хз вообще, впервые вижу этого деда. Дмитрий Лихачев, по-моему, это. Это да. Да, это он. Академик Лихачев. Диссиденты за 200. Все, историки закончились. Остались диссиденты за 2 соточки. Я забыл фамилию. Андрей Сахаров. Да. Блин, Сахарова все время. Тоже у нас в нижнем. Давайте Владимир Владимирович за 100. Давайте, добиваем. Морячок. Ну, скорее всего, да. Английский шпион. Владимир Владимирович, моряк-подводник. Морячок. Базовик. Ну, подводник, он надводник. Моряк. Ну, матрос. Матрос. Ну, за 100, с другой стороны, чего еще? Ну, да, нет. Ежи, император-императрица, 3 соточки. О, наш слон. Опять я просрал. Николай Второй. Блядь. А прозвище? Царь Тряпка. Осуждаю. Осуждаю. Святой. Николай Святой. Николай Святой, кстати, да. Какие еще прозвища вы хотите от него? Не Святой, Страстотерпец. Ну, так это по типу святых. Император, императрица 200. Да у нас пипец. А год канонизация. Нет смысла особо жать. Екатерина Вторая. Красотка. Тоже, кстати, не типичный портрет. Блин, Ежи, тебе бы это в сексе по телефону. Не, у меня высокий голос просто. Я переключаю восьмерку. Нет, там просто команда как что, где, когда сидит. Ну, бля, ни у кого из вас все равно нет женщины, которая бы вам подсказывала вопросы по истории, поэтому успокойтесь, блядь. Не успокоимся. О, так. Ну, Петр Первый, конечно. Ну, конечно. Ну, мало ли, знаешь, брейнлаг бы произошел. Да. Так, давайте, значит, попробуем бывшие названия городов. А давай. Давай вот. Соответственно, там будет город, нужно назвать, собственно, как он сейчас называется. Блядь, я не понял, чего? Это бывшее название города. Это бывшее название города. А я сейчас думаю, как он назывался. Я кликнул, а потом подумал, что до Кёнигсберга было название. Не было, не было его. Не было. Это Нет, нет, нет. В честь кого назвали Кёнигсберг? Я уже ответил 6 раз. Я не слышала. Калининград.
Да. Охренеть. В честь польского короля Пшемыслова, насколько я помню. Я так и думал, что тут нет такого короля. Да, нет. Окей. Ну, сейчас тоже понятно. Больше название 700. Волгоград. Да. А, Царицын. Что значит нет? Блядь, а я реально Царицын. Я понял, я понял. Да, я тоже. Бред какой-то. Фрунзе. Как сейчас называть? Бишкек. Да, на удивление. Блядь, как вы это знаете? Пиздец, сколько у вас в башке мусора. Так, дальше. Патрука из Фрунзе. А, бывшее название 600. Калинин. Тверь. Да. Вот тема с Арматом. Да, Калинин, дедушка. Сейчас отыграется с Арматом. Ежи. Нажимайте. Так, что там, блядь, писатели, поэты 20-го? Давайте вот так. А давай, писатели, поэты 20 века 1000. Что-то ни хрена не видно. Фамилию забыл. Рекомендую паузу, но я не вижу. Мандельштам, блядь, Мандельштам. А почему у меня не видно? А, это ничего не видно. А, это этот, господи, блядь, нет, я перепутал. Все, как а что, ни у кого не прогрузилось? Всё, у меня вот сейчас прогрузилось. Это, блядь, Франкенштейн, по-моему. Я сейчас отожму паузу на 3, 2, 1. Зио. Так, это репрессированный в 41-м Даниил Хармс вроде? Да. А, блин, браво. А книжку можешь Даниила Хармса назвать? Да хватит! Руфами там сидели. И Чибисов жарит вообще. Рополи зассал. Зел, выбирай. Важные даты 500. Призвание Рюрика. По легенде. 862 год. Да, да. Да, рождение государственности. Почему полетели? На самом деле, государственность при Ольге родилась. Ну, если это нормально, теорию не признают же многие. Так, бывшее название городов. Ворошиловград. Луганск. Да. База. Наш славянский. Нет, я имею в виду, что нет. Тут вопрос с легендой. Это же такой же летописный текст, как и все остальное. Тут не то, что по легенде. Если мы только не... Ну, видимо, имелось в виду, а не признание нормандской теории. Ну. Попробуем выйти из минуса. А бывшее название за 1000 Брежнев. Не помню. Блин. Как сейчас называется? Ну, скипать можно, никто ж не дает ответ. Я думала, Ежи даст. Бля, пальцем в небо, Зеленоград. Минус. Нет. Название состоит из двух слов. Зеленоград. Логично. Где он родился? Набережные Челны. Там любую хуйню могли назвать Брежнев, на самом деле. Погнали же. Это у нас мусор в голове. Члены. Так у меня вот как раз все нужное. Свердловск. Как сейчас называется? Екатеринбург. Да. Есть, кстати, еще теперь в России Свердловск. Сейчас там за 100 будет наш город. Бывшее название. Куйбышев. Самара. Это легко. Самарский АУК. Так. Это, да, знаем. Бывшее название за 200 год. Нижний Новгород. Блядь, да, Нижний Новгород. Наш, да, наш, да. Наш. Бой, твой. Добивай. Ну, а тут очевидно. Да. Ну да. Вот такие вопросы я беру. Красава. Сейчас ошибаюсь. Да, и сейчас говорю Петроград. Короче, Санкт-Петербург. Ну тоже было. Вообще Петроград правильно называется. Не, мы же мы современные называем. Современные. Да, да, понятно, да. Ну да. Так, что-то все остался в сратое, конечно, прям пипец. Что поделать? Давайте так вот сюда. Они могли бы быть правителями за 500. Я знаю. О! О! Ай-яй, фальштарт. Бля, фальштарт, и то я тоже послал. Это Маленков. Маленков, конечно. А каким образом он мог быть? А почему могли бы быть? Можно исходить из того, что он и был. Он был формально, да. Но тут много кто есть, кто был. Калинин тоже был формальным правителем России. Вот. Ну, разумеется, что речь о борьбе за власть после смерти Сталина, при котором он действительно возглавлял партию, да, причем. А товарищ Маленков надавал... Саня, у меня есть вопрос. А ты БДСМ не практикуешь? Пиздец душишь. Ну, пауза такая возникла. И молчание такое. Так, важные даты. 400 образования России. 1721 год. Мне, кстати, показалось 3721. Да, да. До Рождества Христова. Да, важные даты 200. Февральская и Октябрьская революция. А, просто год? Ну, 1917. А, ну по старому стилю. Серьезно? Да. Почему хотите это две сотки? Ну ладно, 200. Важные даты 300. Первое упоминание Москвы в летописях. В каком году? Да ну ее. Блин, не помню. 147-й, наверное. Да. Господи, женщина, почему не ты с нами играешь?
Она играет. Как она играет. Ну, я бы лучше просто на ее аватарку посмотрела, чем на Ежи. Это будет, если ты к нам в гости придешь. Далековато что-то лететь. Ежи, выбирай. Так, писателя давайте попробуем снова. Писатель поэта 20-го за 900. Я вообще не знаю, кто я это, поэтому даже подсказать не могу. Зима должен знать, он Брамс как-то угадал. Хармс. Без понятия. Неважно. Распутин. Распутин. Так, ну что, давайте за 800 то же самое. Ну давай, может, хоть кого-то узнаете. Блин, у него такие грустные глаза, пиздец, я не могу. Такой щеночек прям. Это Шукшин. Ну да. Жалко ему, не знаю, денег хочется дать. Так, да у него было. Давайте диссиденты за косарь, за тысячу. Давай. Вот так вот. О, я знаю. О, я знаю. Как его зовут? Блять, это родновер какой-то, да? Да, да, да. Это Доброслав, который. Блин. Не, а как фамилия его? Да, я не могу. Зильбертруд какой-нибудь. Ну, короче, я назвал то имя, под которым он был известен, Доброслав. Ну, у меня здесь имя и фамилия, а не погоняло. Это имя, которое он взял после того, как он начал поклоняться Ериле. А до этого? Блять, до этого он стер свою жизнь, как бы до этого. Извини, я не могу понять. Мне в чате подсказывают, что это Митрандир. Это Виктор Корнеплод. Это порно-актер какой-то. Это второе имя Доброславы. Блять, я Доброслава назвал Доброславой. Алексей Добровольский. Тот самый, который Коловрат придумал. Ну, вернее, назвал его Коловратом. Придумали гораздо раньше. Нет, но имеется в виду, что именно он дал этому солярному символу название Коловрат. Хорошо. Все, я не выйду. Засчитывай, да? Они могли быть правителями 400. Ну тут хрен прожмешь, наверное, да, конечно. Да. Берия. Еще раз. Берия. Ну, один. Видимо, у тебя записан так же, как. Ну да. Так, погнали. Правители 300. Возможны. Это мало чего. С гирсутизмом. Опять, блять, у меня нервный тик какой-то. Почему я нажимаю это раньше? Лев Давидович Троцкий. А реально это нервный такой, ты типа стоишь. Возможно, приемный клей, да. Видимо, так все. Погнали, они могли быть правителями 200. Так еще может быть. Еще может быть. Будут. Надо же, вау, все перенервничали. Зюганов это, конечно. А в результате чего он мог быть правителем? Он мог победить на выборах, но... Любых, но... Нет, ну тех самых. В 96-м на Стерлигов тоже тогда мог бы быть правителем. Второй тур, единственный. Витя? Так, ну давайте правители за соточку. А давай. Там должен быть прям что-нибудь. Вечная память, как говорится. Вот это уже действительно могли бы. Хватит это терпеть. Владимир Вольфович Жириновский. Да? Причем у всех нормальный, а этот с мемом, конечно. Так. Мема не было. Ну а какие ты знаешь мемы с Зюгановым? Диссиденты 18. Полно. Я знаю, кто это. Сармат тоже знает по-любому. Да, охуенно, только, блядь, это Дворкин, это Дворкин. Окей, именно он. Блядь. Когда рамка появляется, уже кто-то нажал. Unlucky. Диссидент 900. Так он уже был, это ж такое же лицо. Уже был. Нет, это, блин, че-то вылетело из головы, кто это? Перепутаю обоих. Блин. Блядь, Хармсом и Мандельштамом назвал сегодня. Позор получается. Блин, никто не вот знает? Знакомое лицо, капец, я не помню, кто это. А, это Шаламов! Шаламов, блин. Я боялся отвечать. Не знаю, не впервые слышал. А, важные даты за 100 давайте добьем. Давай, распад СССР. Ну, 1991, 26 декабря формально. Тянусь кнопки, уже, блядь, кто-то... Давай, полководцы. Большой семье зубами. Полководцы Великой Отечественной за 100. Ну, понятно. Ну, так за 100. Так, Жуков. Нихуя. Да? Ну, давайте пойдем по нарастающей. Ну, вот уже победитель Рон Умберна, как бы, да. Уже началось. Нет, я не в курсе.
Рокоссовский. Да. А, да блядь, я не знаю. Да в лицо трудно. Да сейчас Зил всех узнает, не ссыте. Тормат, кнопочка. Так, писатели поэтовы 20 века за 700. Я тут сейчас перепутаю как бы. Опять опозоришься. Слушайте, это возможно, это Андрей Платонов, но я могу ошибаться. Это возможно он. О, база. Так, давайте полководец Великой Отечественной за косарь. Мне так нравится вот этот, возможно, могу ошибаться. И не ошибайся никогда. Бать, ведь какой знакомый. Это Шапошников? Нет. Ой. Это Карбышев. Это Карбышев. А, точно, да. Улицу знаю, как лицо вообще. Погибший в плену. Я только с Рокоссовским знаю улицу, недалеко жила. Наш слон. Этого я не знаю. Слушай, а у тебя все слоны, кроме детей? Это маршал Толбухин, по-моему. Это не он, кстати. Блять. Hearts of Iron надо было играть. Из него, судя по всему, названа какая-то деревня, знаете, вот с концовочкой на «ки». Вот, типа, залузки. Неужели Родион наш? Это Мариновский? Да не он, это Батутин. А, Батутин, точно. Ну да, окей. Хорошо. Меня смутило, что он без погон. А, полководцы 800. Еще и старый, явно послевоенный. Дважды герой Советского Союза. Что-то лицо вообще незнакомое, честно говоря. Вообще, да. Да. Я вообще только Жукова знаю. А род войск кто-нибудь понимает вообще? Какой-то? Да, вроде. Базированные войска, как бы. Но это невозможно было угадать. Это нужно было за 1000 ставить. Вот это за 1000. Карбышева больше шансов было узнать. Согласен. Полководцы 700. Это Рыбников, кстати, точно. Блядь, есть предположение. Маршал Рыбалка? Нет. Так, тогда... По-моему, это Иван Конев. Да, вот он. Да. Ну там, знаю, да. Это кто-то из этих, из топов. Полководцы за 600. О, это вроде бы... Мужик, который Хоттабыча играл. Тимошенко? Так. Да. Угу. Тимошенко я помню. Они славятся прическами, судя по всему. Ежи? Ежи? Так, мне опять удачи. Ну да. 20 век 600. А у нас один раунд? Не. Ну. На Лина похож вообще. Бунин? Да. Я не представляю, как всех этих людей можно знать в лицо. Да ладно, тут... Так, полководцы 300. Блин, обскельнута нейросеткой, судя по всему. Да, Он рамочку это поставил какую-то, да? Фотошоп. А, так, это Малиновский. Нет. Блядь, нет? Нет. Василевский? Это Василевский. Точно, Василий, блядь, точно. Точно. У меня было два варианта, ты мне помог очень сильно. Я так и понял, блин. Так, полководцы 500. Ну, стыдно не знать, как говорится. Ладно, я стыжусь. Не знаю, не стыдно вообще. Смотри, всем стыдно, походу. А, я понял. Это Баграмян. Да? А, реально. Он же единственный армянин был там, как бы. Советская армия на ВСКшике. Так, полководцы 400. А вот, да. Какой у него парад медалей-то. Ну, иконостас целый. Как у северокорейского. Там на спине даже. Это Малиновский? А, вот это Малиновский. Да, я их перепутал, блин. Бывает. Так, Зио. Да. О, 19 век, наконец-то, за 1000. Не, никто? Чё-то в лицо. Ну... Я могу скипнуть, если никто не будет. Лучше скипать. Можешь скипать. Подожди. Я могу ошибаться, возможно, это критик Гончаровский. Почти, только нормально скажи. Без польских вот этих. Гончаров. Да, Гончаров. А, Иван Гончаров. Гончаровский. А можно скипать в целом, если никто не просит, типа, сейчас. Не, ну слушай, тут может быть ответят. Хорошо, не Гончаров. Писатели поэта 19-го за 900. Грибоедов? Да. Я вообще думал, что АФК уйти на этом с теме, а тут оказывается, как бывает. Окей, 19 век 800.
Это не Некрасов? Нет, это именно Некрасов. Это не Некрасов. Это не Некрасов. Не Некрасов, да. Формат? 20 век, 500. Какой же он страшный, пипец. Я его в детстве боялась. Есть. Максим Горький. Да? Пешков, блядь, видите, все неправильно. Это мой... Максим Нижний Новгородов. Не, он был Алексей вообще-то. Так, ну давайте 19-й, может быть, 19-й. Давай 19-й за 700. Из доски, короче, вот, которые висели в классе. Ну, не знаю, это я, наверное, где-то лет 50, вот. Но это мое единственное предположение. Да, блядь, вот. 4 полушария. Лучше. Помощь зала там как бы работает. Это не зал. Так, 20 век 400. Да я тоже. Это я, когда слышу ваш бубнёж. Это мать Льва Гумилёва Ахматова. Это мать. Мать. Так, мать. Так, 20 век 300. Блин, прическа у нее топ вообще. На, так. Это Марина Цветаева. Да, она сама. Блин, на этой фотке я не узнал. Там есть, где в шапочке в милой она. В смысле? Это всегда у нее одна фотка. Не-не, там есть фотка, где она в шапочке такая. Писатели поэты 20-го 200. Блин, вот этот прям топич. Ему можно дать. Маяковский. Погнали. Ну да. Да. Он еще с длинными волосами ходил потом. Да, тоже какой-то нетипичный вообще. Угу. Банкетный. Да, ну это, да. Понятно, кто, да. Ну это без рук, ну, еще видно. Попробую соточку взять, Сергей, нет, не взял. Есенин. Да, Жмиль очнулся ото сна. Да я, блядь, в лицо мало кого знаю. Так, писатели 19-го 600. Я тоже. Не, ну это изи. Антон Палчехов. Да, Антоша. Не прожимается и все. Не, ну он просто быстрее нажимает, хватит, поэтому он у нас нудить. Не прожимается. Так, писатель-поэты 100. Да что ж такое-то? Мне кажется, у меня кнопка сломалась. Ну да. И все одновременно просто жмут. Да-да-да, и у кого-то это какой-то рандом или я не знаю. Я что. Не знаю, кстати, как прокает, когда вот все одновременно нажимают, да. Ну красавец какой, а? Только бороды не хватает. Да ладно, там он есть, смотри, такая маленькая бородочка. Да. Это усики, это не серьезно. Нет, но это нижние усики. И нижние усики, это немножко другое. Писатель поэты 400. Хороший мужчина. Век. Ну и 20-й. О, yes! Лев Николаевич, наше все, Толстой. Так, ну да, давайте добиваем. А давайте. Писатель поэты наш, наш. Блять, игра, кто быстрее нажмет. Ес, сука! Достоевский. Да, мне нравится, как у Влада, типа, все наши. Не, ну не все, но в данном случае наш. Писатель поэты. Ну, край, вот они, все школьные-то товарищи. Да, с портретов, да? Да. Лермонтов. Да, все верно. Мы с вами закончили первый раунд, разыгранные все вопросы из истории России. Второй раунд — всеобщая история. А, ну это жопа. Это интересно. Ну, а почему Гоголь в истории России? Ведомые обидятся у нас. Прошлые гимны стран. Европейские монархи 20 века. Политики в молодости. События по фото. Пандемии. И исторические фильмы. Ой, как интересно. Цитаты политиков. Сколько всего будет раундов? Столица стран по фото. Философу. Сюда, а, по-моему, три раунда и финал. Но Оля, опять же, если вдруг у вас... Пакет? А? Ты сама делала этот пакет? Нет, сама... ты чё? Я тупая. Да нам с ума сошла, по-моему, это все делать. Миллион вопросов. Как бы. Я подумал, ничего себе. Круто. Философы за 1000. Ебать, что это за... Серьезно? Растянутый. Ты Звездных войн, это раса этих жуков. Ну, можно скипать, чтобы время не тратить. Блин, фир... Ну, как, тоже его не знает. Да. Все. Как выяснилось, нет, Ежи. Я вообще не знал его портрет. Ежи. А если я нажимал и не отжалось? О, это понятно кто. Да, да? А он несчастлив очень. А я не знаю, кто это. Ну, это Шпенглер.
Освальд, да. Да, о, кто о, это о. такой вообще? Не, ну кто это, понятно, но прям по фото. Ну я, понятно, философ. У меня книжка была с его портретом. Философа 800. Этот чел явно Оскар получил, судя по костюму. Или он дворецкий у лорда английского. Вообще-то я не дворецкий. Нет, вообще-то я дворецкий, но так-то я философ. У меня есть предположение, но я не хочу терять 800. Да давай, у тебя 300. Ладно, давай, это пусть будет Бертран Рассел, короче. Это он. Он, видишь, как вы это делаете? Да ты боялся. Философы 700. О, ну это и легко. Конечно. Это легко. Это весь сосед. Чат отвечает. Это Витгенштейн. Правильно. Почему вы... Вот как вы доходили по фотографиям для того, тяжело. Чтобы знать, да, фотографии философ? Лучше бы работу называли, и мы бы угадывали. Философы 600. Сейчас загрузится. Что-то знакомое лицо. Это Киркегор? Да. Да, точно. Ой, ничего себе. В ноль. Турен. Ура, блин. Ура! Красава, ежи! Философы 500. Ну, это красавец, понятно кто, то есть очевидно. Это же Кант. Нет. Да. Да. Кант. Философы 400. Это Росомаха. Это чел из Соника Ёжика, как бы, да. Так. Шопенгауэр. Их какое-ли представление. Философы 300. И мы победили даже не заход. Кто же это может быть? О, ваш слон. Фридрих Ницше. О, красиво. Так, сюда, ребят. Давайте-ка попробуем. Может, уйдем из философов? Угадай страну по конкурсу за 1000. Ага, вот это вот сложное. Ну, а что это я не буду рисковать. Реально. Похоже на курицу, как бы, которая клюнула. Да какая-нибудь африканская страна, малоизвестная. Это Словения? Опять он врывается. Слушай, вот это реально слон. Вообще крут. Слон Вения. У них флаг на наш флаг. Да, за 900, офигенно. Ну это Египет. Да. Это, кстати, даже я знал. Ну, это не про... это да, это странно. Ну, это, да, за 900, ну, да, да, согласен, что это как-то очень странно, действительно легко освоиться. Может, остальные особенно еще легче. Африканские, которые как по... Цитата политиков за 1000. Каким должен быть революционер будущего? Его вообще не должно быть. Надо Владимир назвать Путин, политика. Да кто угодно мог это сказать. Ну да, это правда, любой такой консервативный. Ну, начиная когда с момента, когда революция... Или наоборот, что типа... Это если что, всеобщая история. Типа в будущем не должно быть. То есть это может быть и Россия, и... Какой-нибудь... Лев Валенс. Очень простой вопрос. Цитата политиков 900. Если вы произнесете достаточно большую ложь и будете ее повторять, то люди в итоге в нее поверят. Это Штефанов, ой, Геббельс. Это неправда. Так, давайте мы оспаривать. Это ложная цитата. Отсылаю всех к ролику. Так, угадай страну по контуру за 800. Не знаю, что здесь за страну, надо узнать. Возможно, это регионы одной страны. Это Союзная Федеративная Республика Югославия вместе с Сербией, Боснией и Герцеговиной. Не надо перечислить. Имел в виду Сербия. Погоди, стоп. Ответ неправильный. Если это действительно Сербия, тогда ответ неправильный. Если это Югославия, это похоже на Югославию. Ну, давайте проверим. Он сказал и то, и то. Это Югославия, Югославия. Он сказал и то, и то, поэтому типа в любом случае... Это Югославия, Хорватия, Босния, Сербия. Погодите, погодите. То есть получается, что эти страны будут и исторические в том числе? А в чем проблема? Не-не, просто понимаю. Да, окей. Я извиняюсь за душноту, нет, подожди, паузу поставь. Слушай, может быть, это была все-таки Сербия, и я... Да. Нет. Жмель, это была Югославия, все правильно. Это там была Хорватия, на карте. Нет, там, все, это выглядело, да, как какая-то... Нет, мне показалось, что там объединение там было отделение сразу на несколько регионов. Там же у них есть на Воеводину, на Белград. Штефанов душнит, чтобы не проиграть. Нет, ну ладно. Давай, страна по контуру за 700. По-моему, это Сербия была. Она немного текстуры закрыта. Польша не может в космос. О, да. Не может. Но это Польша. Так, Влад. Страна по контуру 600. Что же это может быть, действительно? Я вот не знаю, например. Это ФРГ? У меня написан другой ответ. Можешь все накидать? Назови просто. Да. Обычное название.
Ну так, чисто для проформы. Надо было больше в контурные карты играть, да? Так, цитата политика 800. Мои вкусы просты. Я легко довольствуюсь наилучшим. Панасенко сказал по-любому. Наполеон? Нет. Любая цитата можно приписать Наполеону, если мы Геббельса засчитываем с его этой. Это из... Про Геббельса я тебе больше скажу, я Штефанова засчитала. Не, ну ладно, ладно, ладно. Ладно, давайте попробуем. Черчилль. Да? Блин, красавчик. Красавчик. Я просто был бы Стэтхэм. Ну, он, скорее всего, сказал вот так. Так, давайте уйдем, пожалуйста, от контуров точно, от политиков. Так, исторические фильмы. Во, сейчас развлечем. Ну, давай. За 500. Назвать, собственно, фильм. Ой, блядь. Горбатая гора, что ли? Ну, почти. Битва при Гастингсе? Нет. Серьезно? С американским флагом при Гастингсе? Поданцев, блядь. Америка через несколько веков появилась после битвы при Гастингсе. А в названии есть животное. Танцы с волками. Ну, я даже зачитаю. Танцующие с волками. А, ну... Не, ну это наиболее... У меня в чате написали зеленый слоник. Как бы. У меня, кстати, похож, на удивление все угадали. Я удивлена. Так, исторические фильмы 600. Блин, как же это называется-то? Иди смотри. Да, иди смотри. Смотри. Да. Такой паблик в телеге есть. Да, да, вы что? Это мне прям очень советуют на 9 мая посмотреть. Обязательно. Но это очень тяжелый фильм. Очень тяжелый. Он еще такой непростой, но рваный снят довольно. То есть, но концовка на как бы на разъем. Ну, тяжелый, да, это все равно, что смотреть там обыкновенный фашизм или обыкновенную ДНР. О! Или... О! Всем убрать руки! Убрать руки с кнопок. Почему? Я убрал. Ежи первый, но есть нюанс. Подлодка. У меня по-русски написано. Да, подлодка. Подлодка. Как? Подлодка. Ну, подводная лодка. Ну, запускай торпеду уже, блядь, да, короче. Да, да. Не знаю, что за фильм, видим, какая-то легендарочка. Вообще, легендарочка. Так, ну пойдем. Давай, Витя, исторические фильмы 900. Так. Ну, это легко. Да. Да. Это имя Розы. Да. Да. Так, по книге какого автора? Умберто Эко. Умберто Эко, да, конечно. А, это тот, который про фашизм говорил, да? Бля, так, как он, а как он называется? 800. А, ну... Фильм «Царь» называется? Да, да. Фильм с Томом Мамоновым, это Лютый Кринч. Да, да. На спинг. Ну, давайте попробуем. А гимн будет прямо слушать будем? Да. Наверное. Прикольно, давайте послушаем что-нибудь. Гимн 800. А что если нужно назвать страну? Да, нужно назвать страну. Если что, если у вас тихо, справа, это ой, слева не, сверху... Это не Речь Посполитая, случайно. Подожди секунду. Слева сверху есть значок громкости, можете нажать и поправить себя. И нет, это не Речь Посполитая. Блять. Это есть что, 20 век. Это какой-то славянский социалистический режим, короче. Слушайте, да, это... Ну, даже ну, интересно. И что ты за... Тут много вариантов. Болгария, конечно. У тебя 17500, да. Рискуй. Да не хочу я. Ну, реально, ну да. И чмо. Беларусь. Боже, я бы не угадал никогда. А я мог был прав, это Речь Посполитая. Так, исторический фильм 400. А если просто сказать Беларусь, засчитали бы ответ? Да, да, да. Но мне нужна только страна. Исторический фильм 400. Ну, блядь. Это бункер. Да. Там по ЧБ флаг был. Это кнопка кролик Джорджа. Вернее, наоборот. Философ за сотку, давайте. Давай. А его нужно имя, фамилия назвать или просто? Вообще, у меня там, да, но я засчитаю просто никнейм. А, ну, раньше. Идущий к реке? Сработает? Оказывается, Серж Дурдачник. Если что, за 200 вам тоже понравится, поэтому рекомендую. Серж Дурдачник, скорее всего, тоже не имя, если что. Исторические фильмы 300. Чего? Пароль говорит. Да. Я нажимал. Не нажимал. Нет, я нажимал. Исторические фильмы 1000. Ебать. Внезапно. Агира Бич Божий. Точно. Я никогда не слышал даже об этом фильме. Я подумал, что это Монти Пайтон, блядь. Я тоже про Монти Пайтон подумал. Давай, езжи. Философы 200.
Анатолий Убер Маргинал, он же Митценгендлер, он же Артамонов, Паук и как угодно, блядь, его называют. Именно он. Величайший философ современности. Так, угадываем страну по контуру 500. Кто же это может быть? Ну, это Китай. Да. Правильно, там были лишние территории закашены. Да-да-да, я заметил. Дата политика в 700. Для Америки Россия слишком слаба, чтобы быть ее партнером, но, как и прежде, слишком сильна, чтобы просто быть ее пациентом. Россия, пациент, партнер, слово число. Блин, я... Действительно, кто, блядь, это хер знает. Ну, давайте скидывать, это же... Черномырдин, я не знаю. Да какой-нибудь Клинтон, скорее всего. А, Жизнинский. Кладезь цитат. Цитаты 600. Наша страна считает, Германия ни в коем случае не должна быть единой. Это Маргарет Тэтчер. Да. Хорошая женщина, получается. Так, ну давайте монархии за 500. Давай, европейские монархии 20 века 500. Ну. Тут прям монарха, надо знать. У кого висит портрет? Ну пусть... ладно. Это не король Густав и шведский? Нет, ни страну, ни имя не угадал. Пусть будет Испания, Хуан Карлос. Да, Хуан Карлос I, Испания. Поздно. Браво, браво. Так, европейские монархи. Надо назвать либо монарха, либо страну, опять же. За 400. Усы шикарные какой-то. Сербия? Нет. Нет. Ну, я рискну, что это Австро-Венгрия. Да. Из одной истории. А, француз. Да, Франц Фердинанд, ну, это отец Франца Фердинанда, который убил Гаврилу Принципа. Ладно, это локальная хуйня. Так, европейский... Нет, стоп. Действительно локальная хуйня. Переросшая в мировую войну. Ну, локальная так чуть-чуть. Угадай страну по контуру 400. О, за 400? Долковский напрягся сейчас. Yes, забираем. Ну, получается, это у нас Объединенное Королевство, Англия. А в целом, да, у меня написано Великобритания, но это Великобритания Объединенное это Королевство. Устаревший термин, да, они его не используют. Не знаю, нас учили, что Великобритания это Объединенное Королевство без Ирландии. Соединенное Королевство Великобритании и Северная Ирландия. Северная Ирландия, да, нас тоже так учили. Ну, она сейчас UK так и называется. Как. Ну да. Так, ну чё, мне в чатике пишут, давайте заберем королеву Великобритании в европейских монархах 20 века за соточку. Давай. Держи, как бы. И я проебал. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Да? Я даже нажимал, да. Угадай страну по контуру 300. О! Столько она и стоит. Североамериканские Соединенные Штаты. Да. Так. А европейские монархи за 800 давайте. Монарх или страну? Ух ты. Какая бабка. Нравится? Нет. Это Дания? Нет. Но ты в ту сторону думаешь. Да. Нельзя так говорить. Нельзя, подсказка да. лютая. 800 все-таки на кону. Да, там... Я вам постоянно подсказываю, вы что, пари у меня. Швеция? Ну тогда одна страна осталась. Нидерланды. Нидерланды. Понятно. Да, подсказывать, господа, не стоит. Да, это прям это подкрысил 800. Неправильная карта. Не я составляла. Это Украина до начала СВО. Да. И не... даже территории Донбасса неправильно указаны. Если что, этот пак как бы не этого года, там, ну, то есть, типа, это не новый пак, поэтому, а Крым в принципе, даже если бы чел, который его составлял... Она полубазовая, как-то... без Крыма. Да, ну, Крым, типа, кстати, если бы даже он был базовым, как бы у него не было шанса нарисовать базу. Вот теперь, ну, все равно, уже полубазовая карта получается. Ну, что, я нажимал. Да. Россия, священная наша держава. Россия! А в границах до 22-го года. Ну, у Путина другая карта в штабе висит.
Слушай, с твоей аватаркой как бы это так сочетается. Бумеры забили, бумеры забыли поменять карту, да. Так, фильмы 200. Ну это, да, классика, это знать надо. О, я забыл, как называется. Да, кстати, я что-то не могу вспомнить. Храброе сердце, конечно. Да, точно, точно. Нажимал. Странно, а где там рыжая девочка с луком? Это в «Рыжей Соне»? В игре Dota 2. Исторический фильм, но это уже оскорбление, конечно. Даже сейчас рамка появится. Я нажимал. Ну, это «Гладиатор». Кстати, фильм, как фильм хороший, на самом деле. Так, а фильм хороший. Почему нельзя его назвать историческим фильмом? Можно? Ну, можно, но... По историческим мотивам. Ну, и она основана. Да, исторический фильм никогда не должен быть. Ну, там анахронизмов... Нет, ну, просто, знаешь, иногда анахронизмов, когда переваливает за половину, то есть, ну, это уже смешно. Ну, не знаю, все равно все принято считать историческими. Так, цитата политика. Блин, любой... Обама сказал. Трамп. Да. Мне кажется, что многие так говорили. Почему? Нет, Обама это сказал первый, про это еще обсуждали на ВГТРК долго. Прикольно. Так, цитата политиков 400. Говорят, что политика — вторая древнейшая профессия. Но я пришел к выводу, что у нее гораздо больше общего с первой. Кто-то из... Жириновский. Вот такое ощущение, что да. Но я не... Такое ощущение, что Черчилль, но он уже был, поэтому вряд ли. Ну, Черчилль, никто не будет там рисковать? Ну, давайте. Это скидку. Ленин про Троцкого. Рейган. Ну, он актером был, ему виднее. Цитат политиков 300. Я думаю, что свобода лучше, чем несвобода. А Дмитрий Медведев. Да, жалко, не Штефанов опять же ответил. Блин, я только что хотел сказать, какой ВКонтакт просто. Цитаты 200. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим. Оригинальный Путин. Путин, да. База. Нет, все, вопрос закрыт появилось. Окончательно. Наш слон. Ну, давайте добьем. Цитаты за 100. Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли. Твоя страна будет под водой. Это Жириновский. Да. Было бы смешно, если бы на прошлый вопрос я бы ответил Порошенко. Это было бы забавно, да. Одна и та же речь, но у разных политиков какую разную бы реакцию вызвала. Так, 20 век, монархи 600. Косплеер какой-то. Похож. Да, Греция, наверное, на него. Олег Соколов в молодости, да. Блин, он похож на смайлик, двоеточие. Это Мануэль? О. Да. Прикольно. Нихуя себе. Вообще. Опять врыв. Так, монархи 700. Это Великобритания. Да, Георг VI. Я думал, что уже не будет просто страну называть, да? Да, можно просто страну, да, там уже будет. Там по форме черепа можно догадаться, на самом деле. Всех одинаковых. Не, а что, у них всех черепа одинаковые. Монархи 20 века 1000. Ой, а я, мне кажется, я знаю его. Это был только монарх. Это не Румыния, случайно? Нет. Ну, у него немецкие кресты висят, но... Тут могут повторить. Ну, раз немецкие кресты, то Австро-Венгрия. Да. Блять, да, но я сам не решился все равно. Слушайте, ну, ребят, ну не надо подсказывать. Ну, да, ну, нет, ну, ладно. Монархи 20 века 300. Вопрос подвох. Российская империя. Чего? Позор. А это не он? А, это Великобритания, это его брат. Про этого брата. Да ладно, они двойники. Ну я подумал, что за 300-то не будут так, короче, откалывать. Давай, 200, европейские монархи. Германская империя, конечно. Да, как она решает, что ты будешь отвечать? Я жму раньше, на полсекунды. У него кнопка купленная. Да. Так, европейские монархи 20 века 900. Блин, вот это прям красавчик. Что ж, Георг, блядь. Ну это тоже Великобритания. Да. Блин, тут три британских монарха, это заговор. Да. Не, ну я даже, я даже знал имя справедливости. Просто англичанки гонят. Англичанка гадит. Это известная история про эту Симпсон. Давай, Саня. Так, ну давайте послушаем гимн за 1000. Давай. Вот очень знакомая. Но она очень по мотив какой-то общий. Это по мотиву не угадаешь.
Да, все гимны одинаковые. На каком языке? Там больше по языку надо. Это немецкий был или какой? Я знаю, какой гимн будет за 100 и за 200. Мне вообще показалось, что это латынь. Ну, ты почти угадал, да? Почти, да. Это песня немцев, это Германия. Блин, так обидно, хоть стартануть. У меня другое написано. Вот и все, не так просто. Это не песня немцев, тут наебало бы было. Это не Германия? Это не Германия. Это не Берлин, это не Афганистан, это не Кабул. Блядь. Но если это понятно. Не Германия, то что? Ладно, я рискну. Но если не Германия, ну Австрия. Блин, а тоже мимо. А точнее? Ну, в смысле, точнее? Наводит уже тебя. Давай. Не Австрия, а... Австро-Венгрия. Да. Мальдивы те же, блядь, были. Да, абсолютно тоже. Не, ну как бы... Он Дольфен-то убирал. Ну, они пели же, да, прям на этом, то есть, ну, ладно. Да. Блин, честно, этот гимн звучал, как будто он, знаете, типа, ревернутый. Ну, типа, не, он просто ревернутый. В середине был, хотя да, вообще, он не с самого начала, да. Если песня немцев, то да, действительно, неправильно будет песня немцев, то гимн у них и сейчас просто другой куплет. То есть не Deutschland убирались, а какой у них там третий куплет. Так, давайте угорим так, события по фото, давайте. Давай угорим, события по фото 500, нужно назвать события. О, оно... Да ёшкин кот. Это снос какой берлинской молодец. Стены, очевидно. Да. А какой год? Все это берет. Какой год? 89-й, по-моему, не помню. Да? Да. Не то, чтобы я задушила, если бы ты не назвал год, но просто проверяю. События по фото 400. Да ну, это не работает ни хрена. А какой год? Ой, я не знаю год. Ну, примерно. 1972. Почти. 63. Да не. Мне нужно событие. Ребят, мне не нужен год, мне нужен... Линдон Джонсон бы сильно удивился, да. Да, это правда. По-моему, сериал есть еще 19. До меня доебываешься, сам ответить не можешь, блядь. События по фото 1000. Как некрасиво. Чего? А, блядь, как это называется? Ну что это за событие в целом? Это отделение Латвии от СССР, скорее всего. Не, ну в смысле, там не только Прибалтийский. Прибалтийский парад суверенитетов, я не если... знаю. Подожди, Аляша, если там необычное слово, я его тебе назову и скипни его. Это обычное достаточно хорошо, слово. Хорошо, ладно. Ну, отделение Прибалтики от СССР, не знаю, как тут сформулировано. Митинги на Народного фронта, что-нибудь такое. А в каком году? Пусть будет 1989-90, как-то так. Я думал, Дима, да. Серьезно? Балтийский путь. Просто он ланцуг просто называется. Это, да. Называется ланцуг. Я думал, там будет это слово, но нет. Ланцуг. Mm-hmm. Так, ну события по фото 300. Ялтинская конференция. Блин, причем. Какого года? Да ебать, с какой там оно было 44-й, 45-й. Ну, короче, ты не душишь, все равно за это. Так. Чисто для доминации. Давай политика в молодости. А погнали. Политик в молодости 100. Хорош. Я не знаю, кто это. Да, камон, все знаете. Серьезно? Это Трамп, конечно. Дональд Фредерик. Козырев. Я не узнал его. Так, события по фото за 600. Давай. О, современник я этих событий. Возможно, ты где-то на этих перилах. Но я это октябрь 93-го, это путч 93-го года. Да, это написано конституционный кризис. Ну, потому что если путч, то с чьей стороны скорее. Да, ну, в противном случае его зовут иначе. Да. Саша? Событие по фото 700. А прям конкретный город нужно назвать? Ну, не обязательно. Как удар это? Ядеркой по Хиросиме и Нагасаки 1945 год. Прикиньте, это Семипалатинск было. И туда, и туда. Ну да, мог быть. Я тоже предполагаю, что может быть испытание ядерки. Бля, как оно там называется должно? Сука, я рано нажал. Как можно нажимать? Короче, генерал Деголь объявляет о вступлении Франции в войну. Пусть будет так. Какого года? Блять, 39-го. Какую войну? Почти, 40-го. Ну, 40-го, ладно, похуй.
То есть вступление Франции. Но это неправильный ответ. Так, а философы-то остались тут. А, давайте столицу угадать тогда. Давай, столица стран по фото. Назвать страну и город. За тысячу. Бля, о, а, вижу, все, вижу Кремль. Это Прага. Нет. Нет, это Я тоже думал, что... Карлов, Карлов мост не такой, как бы, да, не Прага. Я думал, что это не Карлов мост. Да, там а, что, один, что ли, мост? Я понял, я знаю. Ну. Это Будапешт. Нет. Нет, в Будапеште мост другой нет, совсем. Да ну вас нахер. Опять мы все вокруг мостов, они что, там один, что ли, мост? Нет, я просто там был, другой мост. Я думал, что Вена. Может ну, тут быть. Это... Там, Рига, Латвия. Да. Угадай. Да, русские настроили латышам там здание. Так. Давай, за 900. Столица страны. О, это город. Легко, страна и город. Я назвал... Это Пхеньян от Северной Кореи. Да, вот эта башенка, она... красивая. У них очень... А, красивая. Так, события по фото 900. Там украинский флаг сзади, что ли, торчит? Почти. Подрезанный. Ну, возможно, это свержение Чаушеску. Я тоже думал об этом. Какой год? Да, конец 80-х, короче, давай уже защиту. Да, 89. Много в этом году всего произошло. Да. Да. События по фото. 200 рублей. Ленин зигует, получается. Какой-то нижняя зига. А сейчас выяснится, что это, блин, тезисы, блядь, апрельские. Нет, это не апрельские, это Октябрьская революция. Да. Да. Блин, это... Ну тогда да, не было бы заслуга. Брянский обычно на броневичке, и... но нет, это прям вот атрибутировано. Давай, добиваешь? Или что? Нет, хочу слушать дальше музыку. Давай. Я не знаю. Ну, все гимны похожи, как аниме-опенинги чисто. Это не гимн Сингапура, случайно? Очень похоже. Не, возможно, это... Нет, это... Ну-ка нет, я этого... попробую. Возможно, это предыдущий гимн, который вообще без текста был. Ельциновский гимн Российской Федерации. Точно, да. Это да, он. Да, да, реально. Глинка, да, там еще не придумали. Я думаю, блин, когда знакомые... Знакомые, да, есть такое. Похоже на гимн Сингапура. Так, события по фото за 100. Так. Так, ну тут чисто на кнопку. Не то есть просрал. Понятно, теракт 11 сентября. А год? 2001. Да? Ну все, тут что-то странное. Ну давайте за 1000 пандемию. Пандемия за 1000. Это вирусное заболевание, которое поражает нервную систему и может привести к параличу и смерти. Эта болезнь достигла масштабов пандемии в 40-х-50-х в Европе, СССР, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Ну что-то вертится на языке, но стрёмно, блин, предполагать. Полиомиелит? Да. Угу. Круто. Нихуя. Железные легкие, вот это все. Да, Саша, хорошо, давай, пандемия 900. Случаи заражения вирусом были задокументированы еще в 70-х годах, но самая большая эпидемия на сегодняшний день произошла в Западной Африке в 14-м году. Вспышка началась в лесах Юго-Восточной Гвинеи и распространилась на Либерию, Сьерра-Леоне. Это Эбола. Эбола. Но это 900 как-то очень-очень дорого. Да. Как будто бы. Что ж остальное-то? Пандемия 600. Признаки заболевания обнаружены у некоторых египетских мумий еще в 3000-2400 годах. По данным Гарвардского университета, болезнь убила больше людей, чем любое другое заболевание в течение 19-го и начала 20-х веков. К концу 19-го от 70 до 90% городского населения Европы и Северной Америки были инфицированы. Около 80% людей, которые вызвали болезнь, умерли от нее. Я зря взял. Ну, это испанка, я подумал, но... Нет. Ничего, не от испанки столько не умирало. Да, так, если Европа, наверное, чума, блядь. Нет, 19 век, чума, да. Тоже начало 20-е. Да. Может быть, чахотка? Нет, тоже нет. В жопе опять. Но это тоже респираторное заболевание. Тогда, тубик какой-нибудь, может быть. Туберкулез, да, что-нибудь такое. Да, наверное. Кто-то будет отвечать? Ну, давайте попробуем туберкулез. Ну, давай попробуем туберкулез. Значит, не советую в целом пробовать. Подкрысил, да. Первая своя игра кромом. Да, нормально. Политики в молодости, мне нравится вот это смотреть. Давай за 200.
понятно. А, смотри, да, понял. Краля. Понял вас. Ангела Меркель. Да, руки все так же держат. Как же вы выигрываете в эту? Чисто по рукам можно узнать. Пандемия за 500, давайте посмотрим. Давай. Инфекция по-прежнему актуальна в развивающихся странах, особенно в Африке к югу от Сахары, где регистрируется около 90% всех случаев смерти от этой болезни. По оценкам ВОЗ, во всем мире ежегодно регистрируется около 200 миллионов случаев заболевания, в результате чего погибает более 650 тысяч человек. Считается, что не умер. Дизентерия, наверное, имеется в виду. Блин, жестко умереть от поноса, конечно, но нет. Умирали в таких количествах. Чего? Зил? Тиф. Нет. В Африке. Нет, дизентерия. Когда едешь в Африку. Малярия. Да. Возможно, да. Короче, специалист по хуевым заболеваниям, Виктор. Нет. Просто, на самом деле, просто все, вы называете все нет, варианты. Лучше специалист, чем обладатель. Хуевых заболеваний пока тут не было. Сейчас там легочная обстановка. Нет, когда в Викторию третью играешь, то когда в Африку вот попадаешь, тебе нужно делать прививку от малярии, иначе у тебя колонии строятся хуево. Видите, и игры помогают, как бы развивают Виктор. Они. Так, политики в молодости. Не, продолжаем. Вот, давай. Фрик-шоу. Ну как тебе вот такое? А вот тут я как бы немножечко даже и застрял. Теряюсь, не знаю кто. Пусть будет Байден. Да? Блядь. Да. Красавец-мужчина. Он когда-то был молодым. Да. Мне кажется, это какие годы. Политики 400. Это не Рамзан Кадыров, есть что. А, серьезно? Я уже... Жириновский. Да. Ой, Жириновский. Блин, а я уже хотел сказать. Я нажимал. Интересно. Жириновский, еще, когда его в Турцию забрасывали, он такой. Политики 500. Ух, ебать, там Ролтон. Вообще, кстати, да. Маргарет Тэтчер. Да. Да. Прекрасная женщина. Пандемия за 400. Это острая инфекция, возникающая из-за употребления зараженной пищи и воды. Впервые она попала в Европу и Северную Америку между 1831 и 32 годами. Но до этого бушевала в Индии. Симптомы включают сильные спазмы в животе, рвоту и диарею. Это дизентерия как раз. Да почему? Нет. Ну почему? В 1831 году дизентерия? Дизентерия. Когда они там появились? Нет. Тиф. Гораздо раньше всегда, мне кажется, спутником было. Это холера? Да. Да, блин, хотел тоже сказать холера. 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 Сразу видно ведьмака. Пандемия 300. В период с 1918 по 2019 год от этой болезни умерло от 50 до 100 миллионов человек по всему миру. Это гораздо больше, чем 16 миллионов погибших в предыдущей мировой войне. Тогда я буду рисковать испанка. Да, это испанка. Испанский грипп, да. Испанский стыд. Политики в молодости. За 600. Но это узнаваемый пипец. Yes. Так, да. Ну это Буш младший, конечно. Да. Ну он реально, у него надбровная дуга такая узнаваемая, да. А политики в молодости 700. Это медведи посетило солдаты. Да кто ж ты такой-то? А это... нет. Это любовник Рудова, Макрон? Да. О, да. Так, Зио? Пандемия 700. Это очень древняя болезнь. Она регистрировалась еще во времена египетских фараонов. До того, как она была ликвидирована за счет массовой вакцинации во всем мире, эпидемии убивали более 30% инфицированных и оставляли уродливые шрамы у переболевших. В Европе, по оценкам историков, только в 18 веке она убила 60 миллионов человек. Это оспа. Да. Натуральная. А я бы тебе дал. Пандемия 800. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время вирус поражает 36,7 миллиона человек во всем мире. Вирус стал одной из самых серьезных проблем здравоохранения в мире с тех пор, как об этом впервые было сообщено в 1981 году. С тех пор около 75 миллионов человек во всех регионах мира заразились им. Ковид? Кто? Ковид. В 81-м? Так он был до этого. Он же COVID-19. Да. Да. Ничего себе. Сармат-специалист. Женщина шарит. Столица стран по фото. Назвать страну и город. Так это не история, это география. Путешественников. Ну да, это, кстати, странно, что в паке по истории, а оно в современной столице. В следующем раунде будет саундтрек фильмом. Так что давайте... Историческим хотя бы. Ну, если к историческим. Готовимся. Ну как, любые фильмы исторические... Секунду, у нас еще полный третий раунд. Короче, мы всираем, но это Париж.
Я была в Париже, поверь мне. На пригороде. У нас еще третий раунд. Ну да. Это не так чисто, да? Набережные Сены. Бухарест. Да, ну кто там был вообще? Дракула. А, столица стран по фото, 700. О, это же Питер. Вон, смотрите. Это похож. Ну, архитектура. Дом Зингера. Похож. Ну, я, блин, есть предположение, но я все равно, я стремаюсь. Только сзади за сколько? Может, это Париж все-таки вот этот? Не, вот это тоже не Париж. Решили добивать. Они похожи на Париж вообще. Я вспомнила, что это. А зачем ты сказал Париж? Так, это столица. Это Мадрид. Да, Мадрид. Блин, да. Я сначала хотел сказать Барселона, а потом понял, что речь о столицах, и такой Мадрид, и тут же назвали. Пандемия 200. Болезнь, завезенная из Центральной Азии в середине 1300-х годов, распространилась по торговым маршрутам в Европу, Азию и некоторые части Африки. Она убила около 30% населения Европы и половину населения Китая. Это бубонная чума? Нет, просто чума, отвечу. Да. Я думаю, что да. Так, пандемия 100. Уже всех заебавшая болезнь, родом из Уханя, схожая с гриппом. Появилась в 19-м, вот уже 3 года ебущая все и вся. Это COVID-19. Да, вот здесь уже COVID. Да. COVID вылез. Политик в молодости. Давай, за 800. О, вот. Это известно кто. Так, надо брать, 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 надо брать. Yes! Возьми. Так, это Григорыч, это Лукашенко. Да. Взял Лукашенко. Не похож, кстати, да, на себя. Нет, меня Динамо на самом деле сразу как. Да, так, ну давайте за 900, если это 800 Лукашенко. А Ельцин тоже был волейбольным тренером, я правильно помню? Ты же... Никто не знает, Саня. Никто не знает. Политики, мол, 900. Ну это он? Неужели это он? Горбачев. Блядь, неужели Горбачев? Блин, какой он всю жизнь ходил в этой шляпе, походу. Подарили. Политики молодости 1000. Это, кстати, Джонни Депп. Судя по всему, какой-нибудь. Это мэр Парижа, который... Ой, мэр Берлина. Я попробую, что это Борис Джонсон. Борис Джонсон, да. Который бывший мэр. Подожди, тихо. Давайте не бубнить, когда кто-то отвечает. Саш, я не услышал. Борис Джонсон сказал. Нет. Нет. Это Тони Блэр? Да. 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 Точно. Это сразу со стороны безумный принцип. Отличаем сразу какой-то. Понятно, да, да. А у него тоже был он. Да. Нет. Блин, классные гимны, мне нравится. Непонятно, как он поет. Славянская какая-то страна явно, но какая... Ничего, кто рискнет, и может из наших... Польша ответил, но я не хочу рисковать своими 12800. Ничего себе. Ровно заработанными. Это Югославия. А, вот она. И правильно сделал. Она вылезла. Зио, едем дальше. Блин, я слышу, пусть яр благородный. Что-то там, что-то пше-пше было, но я не буду рисовать. Прям сплошное пше. Мы все славянские. Социалистическое что-то, наверное, из соцблока, но я не знаю. Казахстан. Ну, почти. Даже не славянский. Назарбаевский. Германская империя, Германия. Да. Там, потом, даже, слово там даже слова есть. Кайзер Рих, как бы. Mm-hmm. Песня. О, о чем за? Сармат подпевает. Весь мир. Блин, не успел. Советский Союз. Ну, да? Не... Да. Не, нет, да, Советский Союз. Первый гимн СССР, мне кажется, это правильно. Да. Ладно. А мне кажется, что не только у СССР был. Нужно поискать. Мне кажется, что... Столица стран по фото 600. Там масонский какой-то знак тут, я вижу. Соединенные Штаты Америки? Да. Вашингтон? Кстати, да. Дети. Да. Ну, давайте гимн. Классный, мне нравится. Это ГДР? Да. Ой. Да, это не за 200 надо ставить. Ему бы 1000 за это дать. Типа, ну или около того. Да я из минуса не буду. А столица стран по фото 500.
Это достаточно изи. Нур-Султан. Астана. Сейчас не так. Уже. Нужно назвать страну и город. Казахстан, Астана, Нур-Султан. Да. А почему это изи? Потому что вот эта хрень, она только там стоит. Уродливая. Да, глобус какой-то. Да. О! Странно по фото. Российская империя, провинция. Смешно, что я выиграл. Очень смешно, да. Так, Александр. Это Киев, Украина. Да. Поехали дальше. Побыстрее. А у меня не играет. Ага, все. Все стоят. Конечно. Да опять я приебался. Российская империя. Да. Нажал, не успел. Пинг. Так, ну и ну, у нас выбор небольшой. Столица стран по фото 300. Вот он, вот наконец-то. Ежи, ежи! Рудова, видите? Ну надо же, ежи. Он на вершине башни. Вот это мультиплеер жесткий, реально, кто первый нажмет. Ну это Париж. Присел на шпиль. Конечно, Париж, да. Страна. Мы долго ждали. Страна. Франция. Вот у меня в чате пишут Сингапур, на самом деле. А прикиньте, есть же страны, где делают копии каких-то там. В Беларуси есть город Парыж, и там Эйфелеву башню сделали. США много городов, которые... В азиатских странах, я помню, где-то в арабских странах тоже. Да, давайте, действительно, не будем это... А давайте. Давайте, да. Ставить страну по фото за 200. Так, борьба за кнопку. Лондон, Англия. Да, Великобритания. Вот, в Лас-Вегасе, да. Так, и, собственно, последний вопрос. Столица страны. Что же там, что же? Сейчас Красная площадь будет, чекайте. Не Красная площадь. Ну, почти. Москва, Российская Федерация. Москва, звонит. Понятно, Колумбо. Мы разыграли все вопросы нашего второго раунда. И мы начинаем категорию «Разное». Третий раунд под категорией «Разное». Всякое разное. И тема нашего третьего раунда. На каком языке поют голоса политиков? Футболисты 20 века. Футболисты 21 века. Чемпионы мира по шахматам. Давайте закончим сейчас. Давайте просто закончим сейчас. Это какая-то ерунда. Ну, это реально ерунда. Давайте просто закончим. Ну, Riot History честно побеждает, а сейчас кто-то выиграет. Не-не-не, давайте, подождите, сейчас как раз уже есть возможность обыграть. Не, ну это такое. Ну ладно, как хотите. Это такое. Не, ну, с другой Саня, стороны, у тебя еще есть это, вариант выиграть. Да, нет, там не наматывай скопли. После этого как будто бы выигрывать. Как-то, ну, не, типа, человек выиграл, брал эти вопросы, брал по истории. И тут футболисты 21 века 7 тысяч. Это тоже история. И голоса политиков — это история. Не, голоса политиков — да. Блядь, но... футболист реально за 7 тысяч. Так история не только история политиков. Чемпион мира по шахматам 1100. Бля, там даже написано на фотографии. Написан? Ну так тогда нет, отвечай. Нет, не написан, там только нет, написано. Нет. Ну давай, кто рискнет? Ну сейчас Зио ответит. Ладно, я предположу, что это Эммануэль Ласкер. Видишь, ответил. Как это вы делаете? Это как в пародии, блин, на свою игру вот эти. О, есть футболист. Чемпион мира по шахматам. Ты сам хрюкнул. Это Алёхин. Да. Белый эмигрант. Так. Я смотрю, здесь все специалисты по шахматам вот за 900. Или вы просто все Каспарова ищете? Я не знаю реально, кроме Каспарова. По-моему, это, возможно, Стейниц. Может, возможно, да, он. Того, кто, Стас, кто бы он ни был. Чемпиона мира по шахматам 800. А это не Ботвинник, случайно? Это Ботвинник. Ежи. Да хватит, может, пойдем ты в другую категорию, не? Чемпиона мира по шахматам 700. Блин, они все такие грустные. Я ой, не это, могу это возможно Бобби Фишер. Нет. Не. Остап Бендер. Я... Да, очень похож. Это Петросян.
И не он тоже. Петросян это комик, ты что? Стендапер. Ну давайте скипать еще. Тратить время на разглядывание, если никто не отвечает. Спасский, точно. Я думал что-то, что ты англичанин какой-то. Поехали. Нашли голоса политиков, интересно, что там будет. Чемпионы мира по шахматам 600. Индус вот этот, который недавно был. Еще до этого самого. Вишванатананд. Да, господи, как ты это выговорил. Вишванатан. Фрутопад, фрутопаль, фритонопаль. А ты под сколькими функциями? Так, шахматы 500. Похож. Это Карпов. Да. Ага, точно. А почему не под музыку из Dark Souls? Чемпион мира по шахматам 400. Не буду рисковать. Это Фишер. Да, так забавно, что рядом Фишер и Карпов. Ну, правильно. А, так, 300. Так, Изи 300, Гаспар. Ну да, естественно. Да, иноагент. Странно, что он, да. Странно, что он в шахматах, он же политик. Так, да, да, политик. Так, слушайте, если он за 300, то кто же за 100 и 200? То так, пойдем отсюда подальше. Голоса политиков нажми, интересно. Голоса политиков, давайте посмотрим, распечатаем. За 500. Сердечно приветствуем и поздравляем солдат и матросов, сержантов и старшин, офицеров. Это Папанов, блядь, я не понимаю. Офицеров. Брежнев? Да. До того, как Брежнев совсем уже... А-а-а, я все время... У него вот это куканье, да, вот это вот на окончании. Ага, вот это все чувствуется даже так. Политики, ты что? Штефанов! Бля, ну это не может быть так просто. Не, ну что, реально он? Да не. Ну, не. Либо Геббельс, либо Гитлер. Ну, в смысле, либо. Ну, выбирай. Ну, пусть будет. Блять, дайте ну, подумать. Ну, так нельзя делать. А потом выяснится, что на самом деле... Еще пару секунд есть. У него есть время, да. Нет. Какой-нибудь Риом в итоге. Выбирай. Сейчас. Ну? Ну, пусть Геббельс будет. Да. Да, это правда. Это его спортпалаццо. Знаменитая. Ми не дякуємо над Зеленського, над вибори, над Європу, над НАТО. Ідете, все, в жопу. Це роботодатель Штефанова. Я зараз випив пиво, не фільтрую мого, Петр Олексійович Порошенко. Голосуй за Порошенко, да. Голосуй за Порошенко. Так, ще давай голоси. Я ухожу. Хватило я просто. Да. Кстати, обратите внимание, что никакого мухожука нет. То есть это тоже миф один. Я ухожу, я сделал все, что мог. Да, ну это Борис Николаевич Ельцин. Нифига себе, это за сколько он там был? Да, за 700 было. Это сложно, это для зумеров. Мне хочется и с молодежью, и со стариками, с детьми. Где-нибудь, знаете, в берлоге, в пещере. С одной стороны там сын маленький. С другой стороны, там девчонка, еще кто-то. И активы, пассивы там. Вот, наверное, даже оператор со мной. Тут достаточно смешный клуб. Лукашенко. Послушайте, если что. Веселая рубрика. Вот такого бы побольше, на самом деле. Мы сейчас, кстати, распатроним и останемся с футболистом. И Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд. И русских, и евреев, и цыган, и поляков, и все остальное сволочь. Осуждаю. Это Зюганов Геннадий Андреевич. Это выигрыш со своими 30 тысячами. Это самый филигранный обсер его как бы за всю жизнь, наверное, после 96-го года. Три недели назад, если мы не знали, то он, как, то он, что... Да чё, блядь, вы издеваетесь? Да что ж такое? Ну, понятно. Кадыров. Какой? Да. Ну, кстати, Right History смеется над обсером Зюганова, а между прочим, с концлагерями у главы республики, вот персонаж, который запечатлен, у Александра Захарченко была очень смешная оговорка, потому что у него бабушка в Рейкьявике сидела. Вот, и... Ну, это все меняет, конечно. Это интересный. Так и очень иронично.
отказан правильный украинець. Патріот, малорос, ватник. Там написано «бандерівець». Так і написано. Зеленський это. Да? Да. Я думал, это главный актер в сериале «Слуга народа». Нет, в сериале «Сваты» там, или как он там? Не, в «Сваты» он не играл. А, он «Сваты» Добронравов уже играл. Он продюсер тогда, получается. Я помню, он переживал по поводу «Сватов» очень сильно, что их там что-то... Бедняга. Показывают. Или не показывают. Говнат, and you taught me, fact to you. Чего? Это перевернуто. Нет. Санитар, fuck you. Санитарий, говна. Трамп? Да. Санитарий, она просто... fuck you. А, она не перевернута? Это шуе, да. Там... Это шуе, да, это пупы. Я не знаю, что... Бен сизе, сенди, баш урьером. Önümüzdeki günleri Cumhur Başkanı seçimi olacak. Benim derminiz, oyunuz benim için верен. Жо. Жириновский. Да. Я думал, вот это перевернуто, если честно. Это Жириновский в роли президента Казахстана. Sehr geehrte Damen und Herren. Gerade eben sprach ich vor der Einheit der europäischen Kultur. Dennoch verhinderte ihre Zeit. Я вас слушаю, и сердце радует. Нет, погодите, а вы уверены, что это оригинал? Потому что сейчас выяснится, что... Вы помните Владимир по картинкам? Путин. Немец в скобочках. Просто, знаете, просто хочу обратить внимание, то, что Штефанов слушает Путина, и у него сердце радуется. Да, все так. Правильно. На немецком. Ну то, что он на язык своего вдохновителя перешел. Ну что, ребят, потратили самый лучший рубль? Слушай, Сань, я не знаю, но ты сейчас всех немцев тупо под одну гребенку, как бы. За вдохновителя, ты имеешь в виду за Кант, что ли? По-моему, это Крамник. Да. Ницше, да? Ницше. Крамник, да. Не, Ницше, кстати, наш слон, на самом деле. Ну вот, я же говорю. Подожди, а белый или черный слон? Серьезно, это за сотку, а я не знаю, кто это. А я не помню, как его зовут. Это Магнус Карлсон. Предыдущий чемпион. А, не знаю, я бы Карпо поставил бы какого-нибудь. Так, ну все, там, ребята, фильмы, классическая музыка. Футболисты за 7 тысяч, конечно же. Футболисты за 7 тысяч, давай, правда. Назвать композитора здесь что? Композитора? Композитора прям? Ты из World of Warcraft, по-моему, музыка. Прибытие армии. Какой-то фэнтези реально похоже. Блин, я причем знаю, что это, но я боюсь, не назову. Прокофьев. А, ничего себе. Прокофьев писал для Warcraft. Да, получается, что так. Вот это точно Warcraft. А, нет, ребят, это Metal Gear. Чайковский? Нет, ты что? Бля, мы проебали. Это не наш, если что. Музыка. Судя по фамилии, какой-нибудь, я не знаю, чех или поляк. Чатик, давайте что-нибудь, что это? Сказать, чтобы... Чех или поляк? Ну что-то типа, давай попробуем. Стравинский. Вить, еще раз. Стравинский. Да. Это Дворжик. Это Дворжик. Чего? Дворжик, да. Так, что там еще классическое осталось? Жоржик. Я знаю, как это называется, но я не забыл. Да, я тоже забыл. Ну, это 20 век, я думаю, всем понятно. Это наш, если что. Да, это наш. А можно композицию просто сказать? Тебе можно. Это время идет. Время вперед. Время нет, вперед, нет. И я забыла, блин, автора. А еще раз? А время все, вперед или время идет? Время вперед. Да. Если будет, вот. Свиридов. Это Свиридов. Свиридов, да. У меня еще про комиссара что-то было. Она раньше в передаче «Время» играла. Да. Да. Кому-то на яйца наступили. Безе же. Это Безе, Кармен. Да. Я не слышу хруста Безе. Так, поехали.
Ой, тоже я не... Да слышать-то мы слышали, это вот кто? Это может быть... Ну, это венский вальс, похоже, нет? И Шуберт, нет? Нет. А назвать надо прям и произведение, и автора? Нет, только автора. А. Произведение я разрешила... Шостакович, только... пусть будет. Шостакович. Это... Да, это Шостакович. Понятно. То есть это еще сложнее. Да. Хотя мне лично проще угадать композитора. Ну, это все знают. Конечно, телефон. Я на все просто теперь буду говорить, это все знают. Это да, позор не знать такое. Да, позор не знать. Я думал, ты не троллишь, а реально такая, типа. Короче, мы уходим в минус, но это Шопен. Вы уходите в плюс. Минус сохраняется, но меньше. А, ну да, мы продолжаем находиться в минусе. Ну ладно, это все знают. Мы знаем. Чтобы прям назвать автора, от зубов отскакивает. Блин, господи. Я нажал. А это... Лунная соната. Лунная соната, да, Бетховена. Да. Бетховен — это собака. Да, блеснуть где-то. Ну, это единственное, наверное, что мы тут знаем, а это Вагнер, конечно. Это и арбалеты. Полет Валькирии, да. Причем я знаю это из американского фильма почему-то. Так. Все, казалось бы, Вагнер сейчас у всех... Футболист за 7 тысяч, поехали. Давай! За 7? Что это? Вот поэтому за 7. Футбольные сейчас Дио ворвется, отвечаю. Так, не гуглить, господа. Да, мы не выйдем из мира. Это даже он говорит, показывает на вас пальцем. Не гуглить. Жмите. Кто знает футболистов Эвертона? По-любому. Илюха бы, наверное, мог. Месси какой-нибудь, блядь. Месси, да, за 7 тысяч. Это Лейтон Бейнс. Кто это, блядь, ладно. Кто это вообще? Это минус 7 тысяч. Упущенная возможность. Удвоенных очков. А, мне минус 7 тысяч или просто... Нет. Надо больше философии по классической музыке. А в смысле, он за 7 тысяч серьезно был или что? За 1100? Да. На, за 7 тысяч. О чем такой? Это все из-за того, что я Хармса с Мандельштамом перепутал. Я знаю его. Блин, такой дед прям. Штольц какой-нибудь там. Это ГДР. Штольц. Можно скипать, когда ну, явно никто ответ не дает? Нет, наверное, нет, можно. А кто там говорит, знаю, нажимай. А, Руди Фиолер, да, он же с плеч. А, да, точно. Да, точно, всегда, да. А футболисты 20-го. Почему их выбираете, если вы их не знаете? Ну, вдруг один какой-нибудь попадется. Кого-нибудь, может быть, и назовем. Нифига, это британский принц какой-то, судя по всему. Тоже Георг. Да, на Чарльза похож. Да. Высшая аристократия какая-то. Да, сборная Англии. Скорее даже Бобби Чарльз. Почти Чарльз, да. Хер его знает. Ладно, давайте музыка из фильма. Давай. Блять, я нажал. А, я не так, не вовремя нажал. Тарантино, криминальное чтиво. Да? Да. Я ж так нажал, что у меня наушники слетели, и хуй там. Так. Ты ну чем чё, жмёшь? Давайте по классическому. Я всем телом. Хотя ладно, похуй, музыка из фильма. Давай. Известный советский фильм. Я бы не сказал, что он известный. Нет, он известный. Музыка известная, сам фильм. Могу вспомнить. Это фильм с Никитой Михалковым. С Никитой Михалковым, блядь. Тогда это точно не Солярис Тарковского, блядь. А, подожди, свой среди чужих там другая была музыка, блядь. С Никитой Михалковым. Давайте все фильмы. Короче, похуй, мы уходим в минус. Свой среди чужих, чужой среди своих, хотя это другая музыка. Я бы тоже хотел его назвать. Спасибо, Сармат. Да, охереть, как ты это знаешь. Фак. А, точно. Артемьев, да. Блин. Затычу.
реально из, из квеста какого-то. Из какого-то РПГ, короче, или 90. Стратегии нулевых, да. И что, мы должны это знать? Да не, это известный на самом деле, блин, только что-то в голову ничего не приходит. Из «Бесконечного лета» мне в чате пишут. Это из «Сталкера». Да ладно. По идее, должны были знать. Ну да. Ну ты из игры. Как будто рандомно просто по гитаре хуярит. Короче, продолжаем опускаться в минус. Yellow Submarine. А фильм-то какой? Фильм. Ну, есть такой фильм, наверное. Ну да, есть такой фильм. А, тогда нет. А, охуенно. А, да. Это такой. А, то есть фильм «Вернись ко мне»? Если назвал музыку, то все равно не зачитаю. Так, тихо! Еще раз, Зио. Фильм «Вернись ко мне»? Нет, не вернусь. Чего? По-моему, это пел Дюжев, блядь, в «Жмурках», блядь. А там... Оказывается, он не только в аниме разбирается. Блядь, вот этот... А разве оно там играло вообще? Ладно, похуй. Музыка из фильмов. Я точно помню, что это было в фильме, но я уверен, что это не про него. Это криминальная драма. А, точно, все. Это «Фарго». Да. Я помню, что такая музыка была в «Детях шпионов 3», блядь. Я вообще «Гладиатор» хотел сказать. Очень знакомая. Мне напомнило аниме. «Пятница 13». А, нет, но... Охуенно. В той же степи. Хоррор, давайте я попробую. А это не, нельзя? Это не «Тетрадь смерти»? Нет, это не «Тетрадь смерти». Ну, «Тетрадь смерти» можно, это, блядь, «Мышные маски», где бегал, блядь, маньяк. Да. За нет, этим нет, там без масок. Это классический фильм ужасов. Все его знают. Даже «Зумеры». Ну ладно, давайте, если по хоррорам, пробуем. «Хэллоуин»? Нет. Да, блядь, «Кошмар на улице Вязов». Пусть будет про, да, «Кошмар на улице Вязов», Фредди Крюгера фильм. Про него. Тоже нет. Да тогда что? «Жмых»? «Жмых», давай нажимай, нажимай. Я не буду, я не знаю. Какие «Зумеры», кто его знает? Мне уже даже и предположение закончили. Ну давайте, фильм этот. «Изгоняющий дьявола», да? Любимый фильм Дамера. Так, что, продолжаем, да? Даже не «Крик», блин. Я нажал. Давай. Так. Профессионал Джон Полем Бельмондо. Да? Не успел. Хотя нажал. Успеть не, невозможно успеть. Если все знают, успеть невозможно. Да, но круто, сложно. Мультики, кстати, похоже звучит. Ну это нечестно, что они сначала останавливают музыку, это, а потом брат, говорят, брат, 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 брат. Да, это же Наутилус, да, играл? Да, Наутилус. Да, да, Наутилус. Да, да. А где он еще может играть? Аудионаркотики. Фига себе, басы пошли. Это пила? Да. Пила, пила. Я нажимал. Напоминаю назвать композитора. Композитора надо достаточно. Но только его и надо. Это Вивальди? Да. Я прошу, надо года. Фильм назвать. Только весна, то ли лето. Понятно. Извиняюсь, а у нас есть суперигра еще? Или нет? Финал есть. Блин, я не уверен, давай, что я успею доиграть. Если тебе нужно свалить, ничего страшного. Да, давай мне очки уходи. Мы, да, мы твои очки отдадим Еше Сармату.
Ну ладно, наверное, давайте так и сделаем. Извините, ребят, что не доигрываю. Вот, все, всем. Да ничего, мы все понимаем, Стивенс. Да, всем пока. Давай, пока-пока. Пока-пока. Так, тогда... Ну, ты можешь выходить, собственно, да, понятное дело. Стоило, получается. Так. Отнял все очки у нас, можно сказать. Сейчас, я разберусь, как в этой новой версии, типа... Он сам кикнуться не может, нет? Вообще он должен себя кикнуть. Он должен выйти. Да, кикнем Штефанова. Сначала здесь. А он был в чате. Начальство вызывает, и меня в чате пишет. Так, подожди, как теперь очки-то у нас тут, господи. Сейчас, секунду. Изменить суммы. Да, внезапные. С неба упавшие. О, нормально. Вообще там 11 должно быть, если что. Играем. Почему они? А что, так можно было, да? Минус 4 плюс 15 будет 11. Не волнуйтесь, я сейчас буду... А, у него 15 было? У него 13? Да, не, 15 у него было. Ну ничего, 2000 налогов. Все, я уже круче Виктора. А, тогда я выбираю за вас. А, собственно, давайте продолжайте классическую, мне нравится слушать. О, это моя любимая, кстати, композиция. Я тоже. Надо было мне сидеть в минусе, мне чатик пишет. Получается, что так. Это Верди. Алло, Верди. Нет. Позор. Ничего. Почему же не Верди-то? Потому что это не Верди. Есть еще великолепный фильм про данного композитора, где показывали процесс создания данного произведения. Вот я дурак. Все, что-то меня прорубило, что это Моцарт уже после такого. Это Лакримоза Моцарт. Да, это Реквием Моцарт. Погнали, ешь ты выбираешь. Так, сейчас я солью эти 800. А можно произведение назвать просто? Ода радости. Ну, а чья? Чья это ода радости? Пусть будет... Ну, наше все. Не-не, теперь очков дофига, поэтому никаких снисхождений. Давай, ешь. Чайковский. Да? Да. Я тоже что-то тупанул. Я хотел что-то... Короче, так. А, музыка из фильма? Давайте музыку из фильма. О! О! Это мы все знаем. Это о! Это второй. Классный саунд. Лучший фантастический фильм всех времен. Да «Терминатор 2. Судный день». Ну, написано первым, но мне похуй. И восстали машины. Да. Зачем Герасим утопил свою маму? Причем непонятно, я увидел, что у Жмеля сначала мигнуло, потом не мигнуло. А вообще... тут такой принцип, что те, кто не успели, у тех мигает, а у того, кто успел, не мигает. Да. А, понятно. А, не, крестный не отец, фальстар, конечно. Это то, конечно. Да, крестец. Соточку заработал. Так, на каком языке поют? Вот даже... А, вот это будет смешно. А что это мы не видели такую рубрику веселую? Давайте, сейчас будет хорошо. Да, ну, молдавский, румынский. Да, румынский, молдавский. А, что сказал? Это Озон. Да. Не работает. Ну, пускай будет сербский, хотя там, блядь... Сербский. Хорватский, да. Ну, сербский, хорватский. Это известная песня, да. Я думал, будут приёбки к этой теме. А, нет. Еду так лета божит, шкодов сто на ораву. Спехам, прото рискуи, проїжджим přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin.
Мой родной язык. Чешский, конечно, чешский. Йожинс бажен. Йожинс бажен. Я бы сказал, блин, мало знать, так еще и, блин, надо... Так, ну да, продолжаем, да, продолжаем, рубрика отличная. Я пердолю, але мам зъясник, так вязь, як хода леже, не вежа, что се дее, як кура с году пее, я... Польский? Да, да. Это родной язык. Чиес пьяни веги. Жегаш бьет. А я лягу, прилягу. Джинчиш Чешкевич. Край гостинця старога на духмяным прокосе недоспелой травы. А я лягу, прилягу. Так, ну белорусский, конечно. Белорусский диалект русского, да? Да. Да. Сябры. Сябры, да. Сябры. Сябры. Так. Наверное, это украинский. Да? Мы хлопцы с Бандерштату. Братья Гадюкины. Братья Гадюки, да, наши. Жалко, что... Probabilmente non si fa più sentire. Non sai se piangere o provare a spezzare. Блять, фальстарт. Yes, я... Так. Так, ну, итальянские. Я даже нет? Могу... Тоту Кутуни... А, нет, нет, нет. Да, не то, убираем, убираем. Минус баллы. Не-не-не-не. Так. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Ты же хочешь сказать, что это испанский? Да, испанский. А прикиньте, португальский был бы так. Да. Уекс. Не, португальский. Он португальский вообще по-другому звучит. Мы в Мексике жили просто какое-то время. Так, на каком языке поют сейчас? No, понятно. Григориан. Это, случайно, не из того города, который сначала... Пытались угадать трижды. В итоге угадали другие. Французский? Да, иди ты, а. Сейчас будет что-нибудь смешное. Нет, я за сто будет. Ну это немецкий. А прикинь, сейчас окажется какой-нибудь, там, не знаю, древний скандинавский. Австрийский, блядь. За 200. Паки вопроса. И подкалывать не надо мне на это наплевать. Мать, я жену, слова не буду, я употре. Блядь. Да, фальштарт. Кто? Русский? Да. Русский матерный. Матерный, ребят, если хотите, я могу дропнуть раунд. Если вы не хотите. Да говорить, почему бы нет? Вдруг кто-то знает. Я не знаю, типа. Витя Зуев с Ильей. А можно другие вопросы какие-нибудь? Нет, ну по футболистам я кого-то, может быть, да? Давайте, с хоккеистами у меня жопа полная. Ну давай тогда же. Давай выбирай. Футболисты 21 века за 1000. Я не вижу никого, и, наверное, в принципе, это очень символично. Футболистов 21-го. А, ну вот я знаю... Да. Да, да. Ну вот сейчас... Ну вот я знаю, я видел, он играет, но я... Да. Тотти, да, да, да. Жесть. Поехали. 20 век, 900. Комодор, нифига себе у него реклама. Причем Динамо. Динамо. Но это точно не Пеле. Это Лукашенко. Какой-то зарубежный Динамо, видимо. И не Марадона. А, да, это может быть Динамо Дрейден. Похож на актера из «Бегущего по лезвию». Динамо Загрема. Это Игорь Биланов. Сейчас нажал, сказал Лев Яшин. Кто бы он не был? Хоккеисты, 1100. Так, ну давайте. Для меня все Овечкины, честно говоря. Ну, у этого зуба, скорее всего, есть.
А нос уже сломан. Это Немировский? Да. Так, блин, мне кажется, у него, знаешь, реально у него есть имена. Картинки включены. Они же типа под номерами просто идут. Типа первый, второй. Команды бы было бы легче. Это Red Wings, да. Команда. Кстати, за сотку, я уверен, будет Лукашенко или Путин. Может быть. Ну или Овечкин. Путин хоккеист причем. Глори Холл. Его недавно... Глори Холл? Обогнал Овечкин как раз по количеству забитых. Я послушал с Глори Холл. Футболисты 20 века 800. Да, это топ, очень известный. Не знать его стыдно, но... По-любому. Да, мне стыдно. Это ну, по-любому нет, Лев Яшин. Я просто не знаю других футболистов российских. Нет, ну подожди, там Старостины, ты чего? А причем он там... за Локомотив, судя по всему, или нет? Нет, ну это не просто быть Лев Яшин. Иранс Пушкаш. Вот. Вот нет, вот. Это ни хрена не Лев. Нет, нет, да, нет, это, этого не стыдно. Внезапный поляк. О, да. Этого даже я знаю. Да, да это все знают. Знаю. Больше. Блин, это капитан сборной, не нажимай, я не помню. Это Уэйн Руни, по-моему. Да, вот, а говорили, не надо эту тему, не надо, надо, еще как. 21 век футболисты. А, ну... Я забыл его фамилию. Я забыл его фамилию. Чатик, быстро. Назови имя. И имя не назову. Ну, он... Ну, ты что тогда? Это капитан сборной Украины. А, нихуя ты. Судя по цветам? Шевченко. Шевченко, да. Да, ты зачем подсказываешь? Бля, я думал, он белорус, поэтому я сказал с таким акцентом. Так, а что, у нас никого нет, кроме футболистов? Капитан сборной Украины, да. Нету ничего, вот выбирай. Бля, я никого не знаю. 21 век 700. Это Пеле точно, он черный, потому что я только одного черного знаю. Подожди, Рональдиньо? Да. Да. Обложка FIFA. Футболисты 21-го, 600. Ну, это я хер знаю. Вратарь, судя по... А, ну я попробую. Потому, что мы видим. Ну, если давай. Реал Мадрид, наверное, это Икер Касильяс. Ага, он самый. Так, футболисты 21-го, 500. Ой, какой же он стрёмный. Это, блядь, Дорохов, по-моему, из «Однажды в России». Британец какой-то, судя по лицу. Нет, ты чё, он типа серб, поляк, чех, вот это вот все. Ежи. Чё, я нажал, да? Нажал. А, Модрич. Да. Yes. Я же шарю. Ты чё делаешь, а? Ну, жёсткий. Так, чё, 21 век, да? Погнали, 21-й, 400. Ты однажды дойдёшь до Месси. На футболистах, короче, поднимемся. Это Пеле. Это наш по-любому. Это сын, это сын Пеле. Киллиан Мбаппе. Да? Да, да, это. Сборная Франции, чемпион последний. Футболисты 21-го, 300. Андуша и в футболе тоже разбирается. Чё ж мы играли? Золотая женщина. Я ее в следующий раз на своих позову. Блядь, а как там его, блядь, Златан Ибрагимович? Да, 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 да. Я всегда путала Ибрагимовича и Игнашевича. 21-го ведомости. Еще бы все девочки знают. Возможно, это Криштиану Роналду. Возможно! Может быть. Ну и... Да, это понятно. Что, нажимаем? Нажимай, если успеешь. Надо же! Да, блядь. Соточка моя. Хоть разулю, да? Да, ну Месси, конечно. Ну, Месси. Чемпион. Самый дешевый. За 100 рублей. Так, ну пойдемте. Да. Давай, 20 век 700. Так, ну и сразу, короче. Сразу я такой, да. Чемпион Германии. Ну, в смысле, сборная Германии, чемпион мира, да. Ну и дальше все. Дальше мои познания здесь останавливаются. Лотер Матеус. Что? Ну, Егор какой-то, не знаю. Футболисты за 600. Это вы должны знать. Этого я знаю. Ну, видя ответ, конечно. Это Локи. Нет, я не вижу ответ, пока кто-то не скажет. Это Вермишель Платини? Да, Платини. Да, 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 да. Но я его знаю чисто как главу вот FIFA. Ну, функционер УЕФА, да. УЕФА он был. Футболисты 20-го за 500. Блин, вот раньше шортики лучше были. Гарри Линнигер. Ну, все легенды, ты о них читал, слышал. Сейчас мы доберемся до Пеле какого-нибудь. Или кто у нас там еще был? Марадонна, не знаю. Нет, я Дзюбу жду, Дзюбу за сотку. Дзюба в 20 веке?
Да, это я не то сказал, окей. Объебался, получается. Ну, в 21-м, значит, ждем. Не, ну тут как Рональдини, он же тоже на этом. Он, видимо, сейчас тренер, по-моему, какой-то. А, в 21-м его и не было, ладно, понял. Вот этого знаем. Вот этого знаем, да. Еще. Так, я побибался. Марадонна, да? Да, да. В молодости. Я просто не шарю, реально. Так. Пацаны, я не шарю. На, ну вот. Да, да, этого я знаю. Африканцы. Он на банке кофе был. Кофе, да, есть такое, да, да, да. Ну, это Пеле. Блин, жаль, не Ежи. Так да. Продвигал Пеле. Действительно жаль. Блять, а это кто он? А вот и он, а вот и он. А, да. Да, а, да. А я понял. Сначала не понял, потом понял. А вот это Лев Яшин. Наш а слон, вот получается. Да, да, наконец-то. Слон — это Лев. Ну, хорошо, это Лев. Ну, так, давай, какие за соточку? Смогу гадать? Лев, давай, Овечкина. Ну, да. Блин, тут Лукашенко должен быть, на самом деле. Да подожди ты. Нет, бесполезно. Ну, Овечкин. Да. А вы еще кого-то знаете, хотя бы одного? Ну, кого-нибудь, может быть. Я помню, Путин в хоккей играл. Во, началось, а? Зато красавчик. Кто же играл в хоккей? Слушай, я попробую. А, кто уже говорит? Да, ну, так, ну, а, да, ты можешь, в принципе. Грецкий, да, грецкий. Ну, блядь, да, 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 да. Это второе имя, которое я знаю. Ну, кто бы популярнее, наверное. Так, ну чё, за 900 давайте сразу, не мелочиться. Это какой-то швед. Швед, да. Или украинец. И такой правильный ответ, да. Это какой-то швед. Больше вам скажу, это Бюрьё Стрёминг. Стрёминг, как название. Да. Или... Название хоккеистов ужасное, согласна. Так, ну чё, давайте на 800. Ой, бля, советский. Капитан причем. Я знаю, кто это. Сейчас, подожди. Я удивлюсь. Это Фетисов. Да, господи, конечно же, он же заседает во всех комитетах. Конечно, да, его можно было, можно было узнать. Бля, кто бы мог подумать, что мы на хоккеистах, короче, поднимемся вместе с Хандушей. То есть мы проебали все вообще. Хандушу министр спорта, короче, понятно. Этого будем угадывать? Я не знаю. Ну, он там с пингвином. Марио Лемье. Тоже его не знаю. До свидос. Я думаю, он сам себя не знает, его мать его не знает. Это что-то американская, походу, какая-то история. Ну, НХЛ, как минимум. А, ну понятно, да. А, господи. Ярамир, я еще одна. Это третья фамилия, которую надо знать. А это Карпов, да, я знаю. Сейчас, а, нет, стоп, он... Не поверите, но это тоже Яшин. Я нажал. Не поверю, потому что это не он. Не верю. Мысли? А как его фамилия? А, Владислав, это легенда Третьяк? Номер 17, который... А, это Владислав. А, Третьяк. Нет, почему я решил, что Яшин? Номер 17, как я, как я этого вообще... Нажимал. А вот это он? Но он 14. Как он может быть легендой номер 17? Легенда номер 14. Хоккеист? Я забыла его имя. Он погиб, знаю. Так, все, сейчас отобьюсь. Это Харламов. Да. Блин, так все-таки он. Гарри Бульдог. Не 17, 14. Вы меня ввели в заблуждение. И это должен быть дешевле, чем Харламов. Украинский, что ли? А это, наверное, известный какой-то, мы просто в лицо не знаем. Синий Кросби. 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 Да, известный. Что, финальчик? Мы разыграли все вопросы третьего раунда, и у нас остался исключительно финал. В финале у нас... Один вопрос, я вам не дам абсолютно выбирать тему. Мы играем тему «Исторический анекдот». Сделайте, пожалуйста, ваши ставки. Так. Все всираем, короче. Нам терять нечего. Вам нужно будет продолжить исторический анекдот. Я прочитаю, как бы, как говорится, завязочку, а панчлайн с вас. А как панчлайн мы будем говорить? По очереди? Нет, или? Вы пишете его. А, мы пишем. В финале пишем. А у тебя будет окошко. Собрались Рейган, Жискар Д'Эстен и Брежнев. Выпили. Рейган достает портсигар, угощает сигаретами. На портсигаре надпись «Дорогому Рони от коллег по Голливуду». Выпили еще. Теперь Жискар Д'Эстен достает золотой портсигар. На нем надпись «Любимому Валери от Жанет». Еще выпили. Настала очередь Брежнева. Он достает портсигар золотой с бриллиантами. На крышке выгравировано... Что вам нужно написать?
Даже если вы будете рядом с темой, я засчитаю. Типа, если вы угадаете направление панчлайна. Нет, тогда бы это не был не анекдот, подожди. А если все угадали? Ну, все получат свои баллы, ставку свою. Понял. Хорошо. Все, я уже сделал. Все отправили. А что, мы ждать отправил? Будем? Потому что сейчас, ну, да, много я же не времени. Отправил. Почему не отправил? Я написал, времени. И все. Оно пропало. Хорошо. Князю Вяземскому от императора. А-а-а. Это примерно то же самое, поэтому я даже засчитаю. Угу. Жестко. Ешь Сармат. Написал «не знаю». Я не написал «не знаю», блядь. Я написал текст. Блядь, а что ты написал? А? А что ты написал? Я написал «любимому Лёне от Лёни». Ну, это вообще не туда. Ну, да, но тем не менее. Парни, вы издеваетесь? Пушкину от князя Вяземского. Правильно? Ага. Все верно. Mm-hmm. Судя по всему, он это читал в тещином языке. Я подумал, блядь, про пацаны с Хонекером. Хонекер. Блин, это, кстати, был бы пиздато, но нет. Извини. Да, у Жмеля очень ставка интересная. От Хонекера дорогому Леониду Ильичу тоже нет. Тоже об одном подумали. Да. Правильно, ответ. А побеждает Зио? От князя Вяземского. Опа! Кто нам говорил, что Зио ничего не сможет? Все думали, что Зио лох, но он отыгрался, он смог выиграть у мастодонтов истории в историческом паке, который не сильно был посвящен истории, но тем не менее. Так, ну я тоже поднялся, получается. Смог победить. На анекдоте. Только мы в жопе. Получается так. Нет, Штефанов получается в самый, как бы. Ну нет, Штефанов вообще неплохо, слился. Неплохо не дисквалифицирован. На четвертом месте. Вот. Так что вы молодцы. Если вдруг вы захотите тройку. Еще как-нибудь собраться, у меня есть еще паки всякие исторические. Да, нам надо более отыграться. Душные. Вот. Да, хорошо. Я, в принципе, хоть сейчас могу, типа, у меня-то день. Давайте больше вопросов про Азию, про Сингапур, что-нибудь такое. Про Древнюю Русь, например, вообще не было ни одного вопроса. Как же так? Малоизвестные советские политики 20-х. Как-то не было. А призвание Рюрика? Нет, ну там, ну, это вот эта дата дурацкая. Вообще, меньше вопросов с датами, честно, серьезно. Это самые дурацкие вопросы, которые они убивают любовь к истории. У меня никто не учит даты, даже историки, я тебе честно. У меня есть пак, он вообще без картинок, без музыки, без всего. Он чисто про исторические факты, и он такой, знаешь, типа, из разряда, он очень похож на вопросы вот прямо из своей игры классической. То есть там, знаешь, нужно давать достаточно развернутый ответ, и достаточно хорошо нужно разбираться в истории. Ну, вот, да, но я не знаю. Типа, я, короче, тут это скажу, что мне до этого писали, и сейчас пишут, что... Есть у людей паки, они готовы быть ведущими, но я не знаю, как много уже после этой 2,5-часовой игры хотели бы поиграть. У меня у самого есть на продолжение стрима уже заказный варик. Тут вот как по-вашему. Нам не обязательно прямо сейчас это делать, как бы мы же можем потом собраться. Не, я могу есть что поиграть, если. Не, ну прямо сейчас. Не, прямо сейчас, мне кажется, это уже Эрик. Да, наверное, уже сейчас и. Окей, без проблем. Тогда спасибо вам большое за игру. Вот. Спасибо, спасибо, что собрала, да, и терпела. Спасибо. Спасибо. Прикольно поиграли. Да, получается, там на связи все дела. Пишите, звоните. Да, ждем с ответным визитом. Да. Давайте, хорошего вам тогда ночи или что у вас там вообще? У нас утро уже. Да. Доброе утро, получается. Ну, хороших всем выходных продолжающихся. Да, и вам всего наидобрейшего. Слава России, всем пока. Да. Всем пока. Давайте, пока-пока. Всем удачи, всем пока. Так, ну что, господа, всрали мы жестко. Первая своя игра комом. Но ничего, мы, кстати, на многое правильно же ответили, да? Особенно, когда до хоккеиста. Мы тогда разобрались. Как играть в это говно, да. А я все время нажимал фальстарт, потом первое время, как бы, потому что я как бы не понял, где вот эта хуйня, что типа там должна сначала рамка появляться, а потом только надо нажимать. А первое время вообще не мог эту кнопку. Они мне сказали, кнопка, блядь, где-то в нижнем правом углу. В нижнем правом углу не было никакого. Она была внизу целая. Нет, так она внизу была линией, как пробел, блядь, но мне никто не объяснил этого. Вот. Короче, да, мы трижды пытались угадать Париж. В общем, мы позорнейшим образом слились, но.
Подождите, я надеюсь, вы все равно за нас болели. У нас есть хорошие, сильные стороны. Классическая музыка. И хоккеисты. Хоккеисты. И философы. Философы и императоры. Ну, музыку, кстати, мы ошибались. Да, вот императоры и императрицы мы практически все знали правильно, но не всегда успевали, значит, кнопочку нажать. Но это легко, это, в принципе, все знали. Вот. Так, пишет Хандуша, респект. Да, Хандуша в основном, кстати, по делу подсказывала. Хандуша очень помогала. Просто не надо было так много неправильно отвечать, в общем-то, путать Хармса, Мандельштама. В следующий раз нам надо, знаешь, как стратегию выбрать? Не знаешь, ничего не купишь. Утешительный приз. Есть такое, да. Спасибо большое, Наня, спасибо. О, кстати, у нас же были, да. Тебе надо отработать этот момент, когда тебе кнопку нажимать. Потому что тренироваться. Поздно или рано нажимаешь. Так, сейчас мы пробежимся по донатам. Там люди донатили еще. Так, Андуша тащила всю игру, позор ежи, пишут в чате. Ну да ладно. Я не все знала просто. Так, нажимайте на полсекунды раньше, чем появляется рамочка. А, это фальстарт тогда засчитывает. Я пробовал так делать несколько раз, типа по полной хуйня. Надо вот именно в момент, когда это... И то у нас пинг больше, потому что мы не через приложение, а через браузер сидели. Поэтому у нас где-то там на какие-то доли секунды пинг хуже был. Поэтому в основном нам давали ответить только когда никто другой не знал ответа. И, в общем-то, я один. Вот. Или когда эти фотки были с шахматистами. Так, секунду. Ежи первый, но есть подвох. Хандуша соло, конечно. Да, спасибо большое за донат. Не, ну, кстати, можно Хандушу соло посадить играть. Но просто мы решили, что 4 полушария лучше, чем 2. Как бы что-то я знаю, что-то она знает. Так, ну скачайте вот, приложение. Странно, что мальчишки не угадали этого Фетисова. Да вот, блин, ты там, мне кажется, ну, спортом там особо очевидно, никто не интересуется. Я тоже не интересуюсь хоккеем и не являюсь. Я знал только Льва Ильяшина и еще парочку, и то я не знал, как они выглядят все. То есть там просто пальцем в небо. Я угадала просто потому, что он был чуть ли не ведущим хоккеистом. И мне показалось, как раз на уровне 200 он и может быть. И поэтому мы угадали. Короче, позор нам. Так.